Максим Журилов, я один из организаторов Well of Running. И Александр Корчагин сегодня со мной, это доктор. Супер человек. Вот. Александр возглавляет отделение, да? Отделение реабилитации. Да, XTO – это клиника Европейского медицинского центра. Вот. А я, соответственно, занимаюсь I Love Running и тем, что мы увлекаем людей, и тренируем, готовим. И мы решили сделать такую встречу. Мы раньше делали такую встречу в формате двух взглядов моего любительского и тренерского, а в этот раз мы решили поэкспериментировать и сделать эту встречу в формате двух взглядов моего любительского и Александра, профессионального физиотерапевта, плюс, наверное, тренера тоже. Ну, отчасти, тебя можно назвать тренером. Потому что физиотерапевт вообще занимается много тренировочной работой. Я, в принципе, еще и сертифицированный тренер по Ironman, поэтому, в общем, это часть моей работы также. Вот. Так что... Так, больше с медицинским уклоном, конечно. Поэтому у нас сегодня будет... Ну, то есть, что мы вам предлагаем? Мы сделаем встречу, мы рассмотрим разные аспекты и расскажем по два взгляда на эти, на каждый из этих аспектов. А вы сможете выбрать, кто вам ближе, и проголосовать, и потом тот, кто победит. Не, я шучу, этого не будем мы делать. Но вы сможете составить достаточно широкую такую картину, то есть спектр от Ир. Who let the dogs out? Да, а вот он сейчас, видимо, и уходит бегать, я так понимаю, на пробежку. Кстати, Саша, ты как доктор можешь сказать, это правда, что собака, если на улице жарко и, ну там, в общем, жарко, то она не может пробежать столько, сколько может пробежать человек? Да, вот у Дали, например, нет потовых желез. Обмен происходит через дыхание, через язык, поэтому собака в жаркую погоду открывает пасть, высовывает язык и перегревается гораздо быстрее человека, на самом деле. У нас в Штатах есть такие гонки. С лошади, по-моему, да, в Британии есть. Да, а лошади так же, да? У нее нет потоотделения? Ну, у нее есть потоотделение, но все равно оно не такое совершенное, как у человека. Мы потеем гораздо более эффективно, соответственно, регуляция гораздо лучше. Соответственно, выносливость, мы можем работать дольше. Ну вот они недолго, быстро, но недалеко. Да. Все равно два не пройдут, то половину. А, ну да. Ну, какая температура, я понимаю. Я, кстати, изучал этот вопрос вот забега человека против лошади. В Великобритании он проводится уже лет 50. И есть какой-то иногда... ты ешь медведя, иногда медведь ест тебя. Вот иногда побеждает человек, а иногда побеждает лошадь. Ну, вот. То есть есть года, когда побеждает человек. Я, кстати, могу ошибаться, но мне кажется, это известная ультрамарафонская гонка Western States. Ага. По-моему, изначально она была меховая. Я могу ошибаться. А потом убрали лошадей? Потом один из участников, он всего того, что что-то произошло, он в ней поучаствовал и занял какое-то очень приличное место. И с тех пор он стал в ней участвовать без лошади и понял, что он может ее выигрывать и так далее. Но таких исторических фактов много. Там, да, есть племена, которые охотятся, загоняя животных потихонечку и все. Ага. Ну, это, кстати, одна из таких прелюдий к нашей встрече о том, что, ну, человек определенным образом неплохо создан для бега. Да, Саш? Да, абсолютно хорошо создан для бега. У нас идеальный теплообмен, у нас, в общем, идеально созданная мышечно-скелетная система для адекватного бега, с хорошей амортизацией, и все для этого есть. Жень, поэтому открой дверь, поставь стул. Как раз для этого в основном создан. Для бега, и даже есть... Теория, что человек эволюционировал за счет своей свободной такой возможности долго бежать, да. То есть он так выживал, так охотился и так далее. Может быть, неизвестно точно, но... Ну да, но идея в том, что кто хорошо бегал, ну, то есть мы все потомки людей, которые хорошо бегали. Вот. Потому что если они бегали плохо, то потомство у них не оставалось обычно. Вот. А, да, те, кто хорошо бегал, они могли убежать от опасности и могли догнать, если надо было что-то есть. Вот. Интересно, мы в клинике зачастую лечим бойцов из Альфа, и они много же тренируются, отрабатывают совершенно разные навыки. Боевые, тактические, всякие. Я им задал вопрос, какой самый главный? У них самый главный – это бег.
что обычно это самая важная способность у человека. Тоже или убежать, или догнать. Окей. Давайте еще короткий такой соцопрос проведем, чтобы понимать, ну, с чем вы пришли. Поднимите руку, кто уже регулярно бегает, то есть кто вот себя относит к регулярно бегающим людям. Тогда интересен ваш мотив прийти на лекцию, как начать бегать, если вы уже бегаете. Окей, то есть это слово, да, ключевое. Хорошо. Отлично. А поднимите руку, кто, ну, давно думает, что неплохо было бы тоже начать как-то вот с понедельника, там, с апреля вот вроде должен был. Не пошло. Снег, да. А, с 6-го, окей. Ну, в общем, отлично. А кто, ну, так случайно мимо проходил, вообще не знает, о чем речь, таких нет пока. Ну, ладно. Прекрасно. Но мы тогда с Сашей как раз раскроем вот разные аспекты для тех, кто только думает начать. И поэтому, если вы уже начали, то, может быть, там вам уже понятно. И для тех, кто уже начал, что делать правильно, что неправильно, и как на это, в общем, обращать внимание. Вот если говорить про, ну, в двух словах про место, где... Кто здесь первый раз, кстати, поднимите руку? Классно. Вот, ну, вам особый привет. Что мы здесь делаем? На первом этаже этой лектории мы здесь делаем встречи с различными интересными людьми. Они могут быть в открытом формате, могут быть в закрытом, только для учеников. Вот сегодня открытая встреча. Тематические. Они могут быть на разные темы. Это может быть очень узкая тема, например, про стопы, связки, суставы там с нашим коллегой Сашиным Володей Демченко. Или это может быть очень широкая тема, например, на то, о том, как вообще кайфовать от спорта. У нас такая лекция будет в скором времени с одним из телеведущих. Вот, можете посмотреть, следить за анонсами. Или о том, как начать заниматься триатлоном, если вы хотите, от легендарного Алексея Панферова. 14 апреля у нас здесь будет лекция. Да, человек, который сделал какое-то невероятное количество айронменов. Вот, ну, там много что преодолел в своей жизни, ему есть что рассказать. Вот, поэтому welcome, приходите. Ну, на втором этаже, я уже сказал, там просто наш штаб находится. И если вас по ходу сегодняшнего дня заинтересуют какие-то наши программы, вот, или вы захотите там подробнее узнать, вы всегда можете туда подняться, там все расскажут. Вот. Ну и мы здесь с утра до вечера, в любой день, проезжаем мимо, можете заехать. Вот, кстати, если вы приехали на машине, то можно было позвонить в цифру 4, и вам бы открыли шлагбаум, и вы бы заехали сюда. Вот. Ну. На будущее. Вот. Будете знать теперь. Окей. Юр, привет. Ну, садись. Нет? У кого есть свободное место рядом еще? Вон, смотри, там есть свободное место. Окей, давайте все, к теме переходим. Как начать? Твоя версия, Саш? Ну так, сразу. Бег полезен, как хочется. Поэтому надо принимать решение. Можете ущипнуть себя за ухо, потому что сегодня увидите врача, который говорит, что бег полезен. Да, вот. Да. Большинство врачей говорит, что бег полезен. Я очень внимательно это изучил изнутри. Правильный доктор, и я попробовал все на себе. Я сделал 6 айронменов, соответственно, там внутри есть марафон. Поэтому точно полезен, могу вам гарантировать. Но если делается правильно. Да. А ты можешь сказать, почему так много врачей утверждают, что бегать вредно? Потому что много очень беговых травм. Статистики разные группы, если рассматривать, то процентов 60-70 людей, которые регулярно бегают, они получают очень много травм. Из-за этого, естественно, основное такое сообщество медицинское, оно считает, что это вредно, но редко анализируются причины получения травмы. Если их проанализируют, то они в основном связаны с тем, что человек делает неверно. Неправильно начинает, не так бегает, не то использует, не так тренируется, слишком быстро, слишком медленно и тому подобные вещи. Да? То есть они относятся к тех, кто бег людьми воспринимается ошибочно, как навык, который должен быть по умолчанию, как дыхание. Но на самом деле даже дышать иногда стоит учиться, да, потому что мы используем совершенно не полный объем наших легких и так далее. Потому что тем более такая сложная биомеханическая вещь, как бег, она по умолчанию сама по себе не происходит. Да. Чтобы это делать правильно, безопасно, чтобы реально это было полезно, это надо делать определенным образом. Да. Вот, с этим связано. Но и
Вообще, если понаблюдать за конгрессами, такими медицинскими, которые посвящены ортопедии, травматологии, всякими миофасциальным болям, то все больше и больше звучит в исследованиях, что на самом деле это полезно. Ну, при соблюдении всех этих НО, которые я сказал, да? Вот так. Весомый ответ. Мой гораздо проще. Вот. А, как начать бегать? Я могу сказать, что этот опыт, ну, кроме того, что является моим, является еще опытом нескольких тысяч выпускников I Love Running. Дело в том, что из такого абсолютно, ну, дружеского для коллег и друзей бегового сообщества I Love Running за 4 последних года превратился в достаточно большую структуру. У нас сейчас 46 филиалов в 8 странах, и ну, там большинство — это российские города, ну и все страны, которые вокруг России. И в каждом из этих городов есть наше отделение, где регулярно начинаются беговые группы, и регулярно люди начинают тренироваться, в основном новички. И я по опыту всех этих людей, ну, достаточно большого количества, могу сказать, что есть способ, который позволяет начать бегать. Если вы давно мечтали, хотели с апреля, переносили это потом там на май, или в Новый год писали себе, что вот да, со следующего года, и до сих пор не начали, ну, вот есть мега-инструмент, который позволяет начать это делать. Я думаю, догадываетесь, какой. Нет? Да, ну, купил кроссовки, еще хотели ходить удобно. Ну да, это зарегистрироваться, то есть поставить цель. И, ну, если говорить о моей истории здесь, Саша может рассказать свою, кстати, я не знаю, то моя история была такая. В 2008 году, когда еще не так много было бегающих людей здесь, в Москве, и среди моих круга общения вообще никто не знал, что такое марафон. То есть люди просто, ну, слышали, что марафон есть, а когда спрашивал, сколько это, ну, человек говорил, сколько, 5, 7, сколько, вот. 10, 100, да, 1000, вот, ну, то есть какие-то абсолютно случайные цифры. Вот, и у меня появилась идея пробежать марафон. Там долгая история почему, ну, неважно, она как бы появилась. И я погуглил, какие марафоны бывают. Оказалось, что в мире их очень много, и уже тогда, в 2008 году, их было много. Несмотря на то, что, например, московского, который я вам показывал на видео, в том виде, в котором сейчас, его не было в 2008 году. Был такой немножко олдскульный такой марафон. Кругами. Да, было 5 туда, 5 обратно, 5 туда, 5 обратно. Ну, так 8 раз, в общем. И это был марафон, да. На финише давали хлеб. Вот. Серьезно, абсолютно. Просто кусок хлеба с солью. Да, углеводы и соль. Вымывается. Ну вот, натрий, хлор. Вот. И я подумал, что если уж бежать марафон, это тоже как некоторый совет вам, как начать бегать, то, ну, выберите какую-то цель, которая вас зажигает, ну, по каким-то причинам. Я посмотрел, какие бывают. Подумал, если бежать марафон в жизни, надо бежать самый клевый марафон, потому что если это последний марафон, то, по крайней мере... Вот. Да, да. Вот. То, по крайней мере, будет что родственникам вспомнить. Вот. Ну и бывает их много, и на тот момент в мире была цепочка, называлась Five Major Marathons, сейчас она стала Six Major Marathons. В них входит 6 крупнейших марафонов мира по количеству участников, там, по уровню организации. Ну и, в общем, в них входит в том числе вот этот марафон. Это старт, да. Это Нью-Йорк, Верразано Нэрроуз Бридж. Это мост, соединяющий Стэттен-Айленд, такой отдаленный район Нью-Йорка, и Бруклин. Тоже отдаленный район Нью-Йорка. Вот. Ну, в этой части его. И, в общем, в первое воскресенье ноября с этого моста стартует 50 тысяч человек на марафоне. Это единственный день в году, когда этот мост становится пешеходным, то есть его закрывают от машин, потому что так он двухэтажный и автомобильный, там нет даже тротуара. И эти 50 тысяч человек стартуют и бегут, в общем, вперед. И бегут они все 42 километра, там нет других дистанций. То есть там есть только одна, это полный марафон. Вот. Меня, конечно, очень завела эта идея, поэтому я не призываю вас сразу начинать с марафона. Ну и, наверное, мы еще поговорим про дистанции сейчас. Но выбрать для себя какую-то интересную цель, которая заводит вас. Потому что, готовясь к марафону, у меня были промежуточные цели. У меня была первая десятка, которая мне казалась вообще недостижимой. Вот. Что я не смогу пробежать. Ну, вот. Потом была дистанция 21, которая тоже казалась космосом. Ну, потом был марафон, оказалось, что оно все в целом возможно. Вот. И
В общем, вот эта идея с целью, она лежит в основе всех наших программ. То есть в Wellrunning нельзя прийти просто побегать, потому что ну, мы не видим в этом особого смысла. Потому что если человек приходит ну, просто побегать с вами, то как бы вдруг пошел дождь, и он решил просто сегодня не бегать, потому что зачем? Вот, дождь же. Вот. Я завтра побегаю. Ну, а завтра он был занят на работе. А потом он улетел в командировку. Ну, а потом он уже, если уже я две недели не бегал, что сейчас бегать? Вот. И все. Вот. И так все заканчивается. А если у тебя есть дата, место, время, вот, то ну, как бы жизнь начинает играть новыми красками. Сейчас значительно проще ставить себе цели. То есть для этого не обязательно ехать в Нью-Йорк. Можно бегать классные забеги в России. Вот май начнется скоро. Там, с разницей в неделю два просто эпических забега, которые еще сложно было там, несколько лет назад представить, что вообще такое будет. Первый – это 21 мая. Десятка и полумарафон, пятерка, десятка и полумарафон, забег.рф в Москве в рамках московского полумарафона, который пройдет в 10 городах России одновременно со стартом в один момент. То есть если у вас, например, есть друзья, живущие там, в Новосибии или в Екатеринбурге или во Владивостоке, вы можете их тоже подключить, и вы побежите прямо вот как бы ну, в одно время. Это вообще сложно было представить, что такие проекты возможны. А через неделю будет благотворительный забег «Бегущие сердца» Натальи Водяновой, которая собирает деньги в фонд, который там, она поддерживает. И ну, супер медийный, то есть там просто, не знаю, весь шоу-бизнес там бежит, ну вот тоже. Сложно, ну там будет тоже полумарафон и десятка, сложно представить еще несколько лет назад, что вообще такое ну, может быть возможно, он пройдет на Воробьевых горах. Вот если полумарафон забег РФ пройдет по набережным Москвы-реки, вот здесь вот рядом, по Фрунзенской и туда к Кремлю, то забег Натальи на Воробьевых горах возле университета. Вот, можете уже себе как-то вот придумать какую-то интересную цель, выбрать из них какой-то. Можно в воскресенье начать, регистрация еще есть. Да, регистрация еще есть. От этого, кстати, начинается. Вот, ну, вы пока не регистрируйтесь, сейчас послушайте, что доктор скажет. Вот. Ну, а у тебя, Саш, как вот с целями? Тебе нравится такая вообще игра в жизни? Или да, доктор не одобряет? Нет, мне кажется, это единственный способ чего-то достигать, на самом деле, да, прогрессировать как-то, учиться чему-то нормальному. И вот в моей врачебной практике такой есть старый фильм «Американский доктор», где врач там одной специальности занимается собственным заболеванием и лечится все равно отделением своих врачей и так далее, как пациент переживает все те вещи, которые ему приходится, в общем, назначать своим пациентам, которых он видит каждый день. И у меня так получилось, что я по такой собственно стезе всегда иду. То есть очень часто какие-то вещи, от которых мои пациенты страдают, я их пробую в итоге. И заражаешься? Да, заражаюсь, да. И смотрю, что из этого получается. Да, поскольку у меня специальность такая мышечно-скелетная, в основном это разные виды спорта. Да. В какой-то момент у меня стали, ну, первые три атлета у меня был, наверное, как пациент лет 20 назад, наверное. Мне казалось, что он безумный, потому что он говорил, что он тренируется 20 часов в неделю, что он завтра ходит на велосипеде, что он бегает 10 километров в бассейн в одну сторону и так далее. Мне казалось, что совершенно невозможный человек. Я долгое время, то есть лет 15, занимался им регулярно, но думал, что он совершенно какой-то нечеловеческий человек, и так нельзя. А дальше это стало популярным, вслед за, скажем, Алексеем Панферовым, да, и ко мне стали некоторые периодичности приоритеты попадать. И в какой-то момент я понял, что надо в конце концов разобраться, чем они заняты. Да? Вот я здесь вот, далее один человек, который меня мотивировал к этому окончательно, да. Вот, познакомившись с ним, я решил, что, наверное, надо точно пробовать, потому что я не понимаю до конца специфику того, что они делают. То есть как это можно делать в принципе, какая там техника, какая тактика подготовки, как справляться с их проблемами и так далее, и так далее. И, собственно говоря, я решил этим заняться сам. Да, меня эта цель сама по себе завораживала, потому что я никогда не плавал, я никогда не ездил на велосипеде, я немножко бегал, у меня было лишь там 10 килограмм и так далее. Я не представлял вообще принципе, как это возможно. Да? И я, собственно, взял и зарегистрировался, да, как Макс сказал, если поставил себе сразу цель. Ну, были промежуточные цели, конечно, мне как-то завораживала идея триатлона, аэродмена, поэтому я выбрал одну половинку, один полный с разбежкой в полгода. И стал готовиться. И на пути этому узнал массу всего полезного, интересного, и моя жизнь во многом очень сильно изменилась внутри. Подготовка требует большей самоорганизации и основных приоритетов, новых тренировок, интересные люди и так далее, и так далее. Да? Вот. В общем, я не пожалел ни разу. Okay. Ну, триатлон, Саша, у нас тема другой лекции, вот, а сегодня... Да, ну, это бег на самом деле, но здесь
одна из, наверное, самая тяжелая часть подготовки, все-таки бег, самая травматичная и самая тяжелая в целом, да? Тем более в наших погодных условиях, да, поэтому я, собственно говоря, может быть, говорю даже в основном про бег. Триатлон требует большой беговой подготовки, это сложно, требует техники и тому подобное. И, наверное, это самая приятная часть для меня лично, да, что бег люблю. Бегать большие дистанции, меня это завораживает, это интересно и так далее. Это можно делать всегда, везде, в любую погоду, в любое время года, по сути дела, и это здорово. Вот, поэтому начало было такое. То есть мои пациенты меня к этому мотивировали. Классно. Идея понятна. Теперь, может быть, у вас, ну, у кого-то из вас возник вопрос, как правильно выбрать цель, какую и когда. Вот, соответственно, если говорить о беге, ну да, у нас есть такой девиз внутренний, мне он просто очень нравится, я решил с вами тоже поделиться. Это цитата Бернарда Шоу. Вот, он говорит, что если человек здоров и у него есть цель, то он не задумывается над тем, счастлив он или нет. Вот. Ну, потому что состояние, когда человек задумывается, а я вообще счастлив, а нет, а похоже не до конца, вот, то это не самое эффективное состояние в жизни. Вот. А когда ты здоров, у тебя есть цель, то как бы жизнь идет. Вот. И поэтому меня очень вдохновляет то, что мы делаем в Эллавранинге. Мы делаем, во-первых, людей здоровее, а во-вторых, у них есть цели. И любого поймать и спросить, а какая цель? Он говорит, я к марафону готовлюсь там, а у тебя какая? Я там еще куда-то. Все, понятно, молодец, свободен. Вот. Ну, то есть готовься. Вот. А если цели нету, то вот это начинается бурление. Вот, соответственно, по спортивным целям, по беговым, по большому счету, есть 4 ключевых варианта, но если мы не уходим в ультра. Ну, начнем с большого, вот 42, это марафон, это такой Эверест для городского жителя, американцы так называют, вот. В Америке, кстати, некоторые люди, которые марафон пробегают, потом на визитке себе пишут. Ну, типа, там, допустим, там, юрист и этот, марафон-раннер. Вот. Нормально, ну то есть, типа, 16, 17, да? Да, ну или там Boston Qualified, там, ну что-нибудь такое, вот, это прямо, да, есть такой марафон, он отдельно стоит особняком среди всех марафонов, это бостонский марафон, ну, слышали, наверное, да, про Бостон, вот, и Бостон это единственный марафон, на который ты не можешь попасть просто так, то есть не можешь регистрироваться туда, ты не можешь туда выиграть слот в лотерею. Ты можешь только квалифицироваться. Квалифицироваться – это значит показать определенный результат, который достаточен для того, чтобы тебя взяли в Бостон. При этом там бежит 30 тысяч человек. Вот. И он такой очень competitive, то есть он очень сильный. Ну, например, если вы мужчина и вам до 35 лет, можете поднять руку, кто попадает в эту категорию? Вот. Вам надо бежать марафон из 3 часов, чтобы квалифицироваться на Бостон. Если ну, вы до 45 лет, то вам надо бежать за 3.15. Вот. Ну, а если вы больше 45, то за 3.25. Вот, поэтому, ну да. Знаете, я хочу сразу добавить к тому, что говорит Макс, вот эти цифры, на самом деле, они, к ним стоит так вот на них посмотреть внимательно, потому что это показывает возраст, в котором люди в среднем занимаются этим видом спорта. Если взять, я не знаю, какой-нибудь спорт, там, футбол, хоккей, например, даже большой теннис, обычно 30 лет – это старый атлет. Без кавычек, с большой буквы, да? Отличный фильм, беги. Динагонина был 45, да? Ну да. Так что это статистика, что 1000 людей по всему миру бегают, это можно без всяких исследований понять, что несмотря на мелкие проблемы, которые могут возникать, когда ты себе бегал, глобально это хороший, правильный, полезный вид спорта. Ну, да. И в профессиональном, кстати, спорте, и в любительском. Например, в профессиональном спорте есть примеры фантастические, там, Бьорн Даллен, например, ну, в биатлоне, но тут очень тоже циклический вид спорта, он сильно не отличается от бега, который в 45 лет собирается на Олимпиаду ехать в следующем году и выигрывать. Вот, а в этом году он выиграл чемпионат мира в 44. На старт с ним выходят ребята 20 лет им, вот они ему в сыновья годятся, и он как бы быстрее. Ну, вот, хотя он восстанавливается значительно хуже. Ну, и астма, конечно. Вот. Или, например, в триатлоне, но триатлон менее медийный спорт в России. В триатлоне есть такой человек, Крейг Александр, австралиец, который в 41 год выиграл чемпионат мира по профессионалам на Гавайях, вот, на Кона Гавайи. И он до сих пор выступает, ему сейчас тоже там под 45. Вот он выступает в половинках в Австралии, выигрывает их в 45 лет. По, ну, среди всех, то есть в абсолютном зачете. А есть Крисси Беллингтон, который свою карьеру начал в 30. Да. И Крисси Беллингтон, кстати, здесь на твоем месте стоял один раз. Видишь, аж пол пошел от Крисси. То есть все это говорит о том, что это отличное влияние имеет на нас вообще, в принципе.
Ну и любители во взрослом возрасте. В Нью-Йорке, например, средний возраст участника марафона – это 42 года. Средний. Просто медианное значение возраста – 42 года. То есть, если вам меньше, вы молодежь там в Нью-Йорке. Ну, так что, ну, в общем, если говорить о марафоне, то это Эверест, и это классная цель. Но если говорить о подготовке к марафону, то ну, наша рекомендация тренерская, наш опыт и вот успешные кейсы учеников говорят о том, что если вы вчера еще не бегали и сегодня начинаете, то запланируйте марафон через год. И тогда все будет хорошо. А что говорит доктор? Абсолютно так. Адаптация, она идет достаточно медленно. И это хорошее время, которое позволит вам нормально тренироваться, перевести нужные там плотные кости, силы мышц, сухожилий, связок, поработать с биомеханикой и так далее. Ну да. И, но чтобы не терять мотивации, ну потому что год это очень далеко, и мозг может не воспринимать год, ну типа еще год. С осени начну, вот, а, как это обычно бывает, конечно, да, следующее, вот, то, конечно, стоит эту цель декомпозировать, ну, и разбить ее на блоки и на промежуточные цели. И составить себе таким образом сезон, год, вот, и тогда мы спускаемся чуть ниже, ну, например, дистанция 5 километров, если теперь пойти снизу, она хороша, но вряд ли она кого-то из вас сильно заводит. Ну, то есть, я пробегу 5 километров и почувствую себя героем. Ну, то есть, 5 километров сейчас каждый пробежит из вас. Пару советов мы дадим Саше, как пробежать, и вы пробежите. Ну, обувь поменять там, бежать медленнее, и все. Вот, и вот 5 километров готово. Но промежуточно это может быть неплохо. Дальше появляется десятка. Вот, десятка – интересная цель. Вот. Ну, кстати, такой небольшой соцопрос тоже. А поднимите руку, кто вот сейчас думает о 10 километрах, вот взять и со старта прям, и вот 10 километров без остановки пробежать, кому кажется, что это, ну, как бы, ну, так еще бежать надо, типа. Ну, спасибо, да. Ну, в смысле, что надо еще постараться, еще как-то к этому прийти. Вопрос не поймет, сложно, кажется? Ну, да, 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 да. Кажется, непросто, скажем так, да. А, окей. Без привязки к скорости. Без привязки к скорости, да. Ну, я по себе могу сказать, когда я начинал в 2008 году, у меня тоже там лишние не 10 килограмм, а чуть больше было, и я первую пробежку осуществил на 1,5 километра. То есть, это была максимальная дистанция, которую я смог одолеть. И поэтому, когда я подумал, пора 10, мне казалось, это вообще невозможно. То есть, вот. А потом оказалось, что возможно. И более того, если вы начнете регулярно тренироваться и делать это с умом, то вы очень быстро придете к дистанции 10 километров. Очень быстро. Ну, максимум 4 недели вам потребуется. 4-5 недель. Для того, чтобы без остановки, спокойно, в кайф, удовольствие и безопасно для себя пробежать 10 километров. Поэтому, если вы выбираете какую-то ну, долгоиграющую цель, я бы рекомендовал посмотреть вот в эту сторону. Ну, и наш опыт тоже показывает, что это здорово работает. Кому кажется, что 21 километр, ну, это как бы до хрена бежать. Ну, да. Это, например, Садовое кольцо 1,5 раза. Садовое кольцо 15 километров. Вот, пробежать его целиком и потом еще половинку. Вот, вот это 21. Вот это, да, немало. И по моему опыту, ну, такому любительскому, что наличие цели, которая вызывает некоторый трепет внутри, оно очень здорово стимулирует к тому, чтобы тренироваться. А цель, которая этого трепета не вызывает, обычно можно пойти так... Ну, с собой договориться там, что да я и так вроде могу. Зачем пробовать, если я уверен? Ну, вот, соответственно, если говорить о 21 километре, то тут такой минимальный срок, если вы не бегали, но при этом у вас нет противопоказаний. Ну, я тоже, там, Саша учился в Ironman University. А я учился в USA Triathlon, это федерация триатлона США. Мне несколько лет назад, когда мы уже начали делать I Love Running, мне стало очень интересно, как вообще тренеров учить, потому что в России нет никакой системы, и, может быть, ее как-то привести, если мы ее не можем сами придумать. И я заэплайлся на программу обучения тренеров, они удивились. Ну, сами видели мой application, там написано «Россия», вот, и они пишут мне в ответ, типа, зачем вы нам пишете? Вы же из России.
Я говорю, ну, я из России, но я хочу к вам. Они говорят, ну, типа, окей, как бы к нам можно, у нас нет как бы по барьеров. Просто первый раз мы видим, что вот кто-то из России зачем-то важен, типа, своя, там есть федерация. Я говорю, нет, у нас нет федерации. Вот. И, ну, вот, я там проходил курс, потом сертифицировался, стал, типа, triathlon coach level 1. Ну, если что, всегда могу найти работу. В колледже, в школе могу работать в американской, триатлон преподавать. Вот. И наиболее быстрая программа, такой экспресс-метод к преодолению первого полумарафона, это в районе 2 месяцев. Вот. И, ну, 2, вот, может быть, такая консервативная, 3 месяца. Вейлоранинг 7 недель. Я могу объяснить, почему. Ну, во-первых, потому что есть надзор тренера, есть человек, который вас курирует и видит живую. Ну, а во-вторых, потому что есть еще некоторая групповая динамика, которая тоже мотивирует. Ну, и в-третьих, потому что по нашему опыту это, ну, вот в районе 2 месяцев, это такой срок, который человек может удержать в голове. То есть, когда ты знаешь, что тебе бежать 21 через 2 месяца, то это значит, надо уже сегодня начать что-то делать. А если ты знаешь, что тебе бежать 21 через полгода, то ты начнешь что-то делать за 2 месяца. И поэтому зачем просто откладывать, если можно начать сегодня? Вот. Саш, ты что скажешь про сроки? Просто как прокомментируешь, как вот... И на что обратить внимание, ставя цели? Ну, я тут соглашусь с Максом, что, наверное, цель должна быть мечта в какой-то степени. Да, это может быть место, это может быть дистанция, это может быть вызов какой-то, да? Я, например, вот на первый Ironman, который я поехал, мотивация поехать именно туда, на Ironman Флорида, была связана с тем, что я там участвовал, покупал слот через благотворительную организацию, которая поддерживает детей, там, которые болеют одним онкологическим заболеванием, которое примерно такой был у моего родственника. И как-то вот нас вместе это мотивировало, и мы, собственно говоря, вот туда и поехали. Вот. Ну, это была мечта, да? К мечте всегда готовится как-то веселее и приятнее, да? Это здорово, да? Вот, что касается дистанции, то я согласен, да? 5,10 – это дистанции относительно легкие, но можно дойти быстро, 21 – это уже нелегко, то, что больше 15, это уже несколько такое, это другое дело, это не 10 совсем, по ощущениям, по своим, да, этим объемам, которые надо бегать еженедельно, потому что надо иногда пить, иногда есть, восстанавливаться и тому подобное, да. Физиологически совершенно другое ощущение, да, у вас выводится некоторый другой такой план в плане ощущений своих собственных. 7 недель до 21 километра – это нормально, это быстро, но это нормально вполне. Если мы берем, например, ну, физиологически, если подойти, любая ткань, которая была, например, сшита, либо травмирована, и она требует заживления, примерно регенерация идет 6-7 недель. Поэтому процесс адаптации к нагрузкам можно сравнить с процессом регенерации поврежденных тканей, да, просто тренировка постоянно повреждает ткани. Через регенерацию приводит к тому, что они, в общем, набирают свою форму, выносливость, силу и так далее. Да? Поэтому это вполне вписывается в физиологические сроки. Если человек тренируется сам, это сложно достаточно, да, когда это жесткий контроль техники, обуви, частоты тренировок, наполненности тренировок, мотивация параллельно с этим к тому, что надо заниматься реально. Да? Когда под надзором тренера человек получает должный объем общих тренировок, УФП, растяжки и так далее, этот срок вполне реалистичный. Да? Те травмы, которые мы наблюдаем у людей, которые в этих группах занимаются, чаще всего это ошибки, очень часто это ошибки самих людей. Да? Пропущенные тренировки, не тот режим, не то восстановление и так далее. Если видит, следует рекомендациям тренера, это прекрасный, достаточный срок для того, чтобы быть в форме к забегу. А про марафон? Марафон, я согласен со сроками, тоже это большая дистанция. Год, хороший срок, можно, в принципе, и быстрее делать, конечно, да? Но надо смотреть на конкретного человека, вам, на самих себя. Если вы в детстве ходили в спортшколу, наверное, вы подготовитесь быстрее, чем год. У вас есть база, есть выносливость, которая в юности, в детстве, вот этот задел, который вы получаете, он обычно чуть ли не на всю жизнь, в общем, остается, да? Если посмотреть на бегунов быстрых, часто у них была в детстве, в юности какая-то профессиональная школа спортивная. Да? Если вы никогда спортом не занимались, да, согласен, нужно реалистичный себе срок ставить, достаточно времени, чтобы перевести себя в норму. Привести свой вес в норму, силу, выносливость, гибкость, технику и так далее. Да? Там много аспектов.
Ну да, еще я расскажу про лимиты. Обычно, ну то есть в каждой дистанции они есть, но имеется в виду, что стартовав с утра, как бы вас не будут ждать до следующего дня там на финише, вот, пока вы там обедаете, не знаю, что. Вот, то есть имеется в виду, что вы, подразумевается, что вы бежите, что это марафонский бег, а не марафонская ходьба. И это тоже, ну, то есть, если вы в беге, то надо бежать, вот, а не идти. А, потому что на марафоне много людей идет, особенно во второй половине дистанции. И если, когда я говорю о годе, то я говорю как раз о том, чтобы преодолеть эту дистанцию бегом, без остановок и улыбаться на финише. У нас есть несколько критериев, точнее, два в IELRank. Это два критерия успешного финиша, особенно, ну, вот этих длинных дистанций. Первый критерий – это вы улыбаетесь на финише. Вот. На всех больших марафонах на финише есть фотографы, которые делают кадры. Да. И если потом на этих фотографиях у человека гримаса, вот, то что-то не то. Вот. Да. Это, ну, то есть первое – это улыбка на финише, а второе – это желание сделать еще. Когда-нибудь, что-нибудь. Может быть, не сразу это желание появляется, ну, прям не мгновенно, да, на финиш. Но в целом оно есть. То есть это, ты не теряешь мотивацию на всю жизнь. Но это критерий хорошего финиша. Если по-другому, то не очень. Ну, поэтому такие сроки работают. Ну, окей, с целями разобрались. Теперь дальше уже к тому, как к этим целям прийти, вы пока как раз можете подумать, какую цель себе выбрать, чтобы это практически такой семинар был. Вот. А дальше из таких мотивационных вещей. Тут, наверное, я быстро расскажу, Саша, то есть к медицине вряд ли имеет отношение, только к психиатрии, если. По моему опыту, невероятно круто работает наличие сообщника или сообщников. То есть, если вы, например, сегодня здесь посидели, придумали, что вот я куда побегу, вот какая у меня будет цель, ну, классно, найдите себе компанию для этого. Ну, там, друга подпишите, там, брата, маму, не знаю, ну, кого-нибудь, вот. Туда же. Ну, IELRank решает этот вопрос, то есть, если человек в группу приходит, у него там сразу автоматически появляются люди, которые туда же тоже бегут. Ну, вот как это работает? Ну, институт партнерства работает везде, да, вот в обществе анонимных алкоголиков работает, в беге работает. Ну, то есть, как бы, очень рабочий инструмент. У тебя есть кто-то, кто тоже туда идет, вот, и ты, как бы, не один. И, в общем, уже, например, когда у тебя тренировка во вторник вечером, и ты такой сидишь и думаешь, ой, что-то я, наверное, сегодня так столько делал, не поеду на тренировку. А потом думаешь, блин, а все поедут на тренировку, да? И потом еще там, не знаю, фотографию выложат в чат, что вот они сегодня там потренировались, а я тут, а мало работы никогда не будет. Ну и как-то быстро с собой договариваешься и тоже едешь. А если один, то, ну, как я уже сказал, с собой всегда легко договориться, найти аргументы, вот, железобетонные, ну и в общем... Вот. Есть еще один инструмент, такой, может быть, не все про него знают. Хотя, а поднимите руку, кто участвовал в каких-то официальных забегах вот, во взрослом возрасте? Забегах. Забег – это когда вот ты стартуешь, бежишь и финиш потом написан. Вот. А? Что? Заезд. Ну, я про забег спросил сейчас. Вот. А, есть и заезд, конечно. И, а поднимите руку, кто получал медаль на финише? То есть у кого-то во взрослом опыте есть такой, во взрослом возрасте есть. Ну вот, да, это классная, конечно, идея. Ее гениально придумали в Нью-Йорке на марафоне команда Фреда Лебоу, его основателя. Они придумали, что медаль на финише будет получать каждый человек, который пересекает финиш. То есть не только первый, второй, третий, как в профессиональном спорте, а каждый. Вот. Ну почему, как вы думаете? Ну, потому что он победил. То есть... Подкрепление это называется. Ну, это, да, у врачей так называется, ветеринаров, да? Вот, а... Но у нас это называется, конечно, гениальное решение, потому что... Ну, в общем, это такое невероятное ощущение, конечно, кайфа. Вот. Ну, что ты победил себя, там, свою лень, с собой не договаривался, и ты молодец. Вот. И в плане медали это тоже отдельная история, потому что я вот здесь выложил фотографию, не очень хорошо видно, но... В общем, это медаль с полумарафона и марафона в Пизе. Да, это пизанский полумарафон и марафон. Он проходит в декабре, мы туда ездим каждый год уже последние 3 года. И в декабре и январе в Пизанской галерее проходит выставка какого-то важного, значимого художника, полностью ему посвященная. И, например, в прошлом году это
3 года назад это была выставка Энди Уорхола. И медаль была сделана в стиле Энди Уорхола, то есть раскрашена там в пизанской мануфактуре. На следующий год это была выставка Тулуза-Лотрека. И вот эта медаль, она сделана в стиле Тулуза-Лотрека. А в этом году была выставка Сальвадора Дали. И была медаль Сальвадора Дали. Это тоже целая история, потому что эта медаль уникальна. То есть ее не будет второй раз такой. Ты можешь ее заработать, получить. В общем, найдите себе, что вас вдохновляет к этому. Вот это была мотивационная часть. Дальше переходим к экипировке. К тому, как вам двигаться к своей цели, которую вы придумали. Саш, что говорят доктора про экипировку? Важно это вообще или лучше бегать? Без экипировки. Без экипировки можно. Естественный бег. Да, экипировка крайне важна. Естественно, основополагающие вещи – это кроссовки. Хотя одежда, которую носит сверху, тоже важна, потому что если дистанция более или менее приличная, то она может тереть, если она неподходящая. Это, в общем, тоже не очень приятно. Но основополагающие вещи – это кроссовки. Глобально есть два вида кроссовок и два вида техники бега. Та, которую используют большинство бегунов так в мире по статистике, это все-таки приземление на пятку. Меньшее количество, но более правильное, по всем данным, последним это приземление на передний отдел стопы. Ну вот она здесь нарисована, если что, можете глянуть. И, соответственно, два типа кроссовок с толстой пяткой под первую технику и практически без пятки, с минимальным перепадом между носком и задней частью кроссовки для второй техники. Да? Если говорить о исследованиях медицинских, просто прямых, да, то они доказывают, что бег с приземлением на передний отдел стопы он дает меньшую силовую нагрузку на скелет, соответственно, на наиболее часто поражаемый сустав коленный, на позвоночник и так далее. Да? То есть это полезнее. Да? Гораздо меньшая силовая нагрузка, гораздо меньше травм, более физиологичная и тому подобное. Соответственно, если ваша техника бега не соответствует тем кроссовкам, в которых вы это делаете, могут быть травмы. Да? Если вы бегаете с пятки в кроссовках без нее, понятное дело, что может быть целый ряд травм. И ровно наоборот, если ваш кроссовок слишком толстый сзади, а вы бегаете с передних отделов, то у вас недостаточно амортизации, можно получить травму. Да? Кроссовки крайне, крайне важны, это вещь довольно дорогостоящая, их надо иногда иметь несколько, пока вы не поймете, какие подходят, но обычно они служат долго и стоят того. Одежда сверху. Можно про кроссовки тоже скажу? Короткий такой, несколько критериев, на которые вы можете обратить внимание, если будете покупать кроссовки. Я уже там миллион раз прошел, и наши ученики тоже. Первое, это имеет смысл померить разные фирмы. То есть не зацикливаться, девушкам сложно там на цвете, но все же. То есть даже если вам очень нравится цвет, но они, например, жмут вам в передней части. Или, например, вам очень нравится цвет, но они очень сильно сдавливают пятку вот здесь и ахилл, то они просто вам не подходят, и все. Или, колодка разная, так же, как и у другой обуви. И для кроссовок это супер важно. Поэтому первое – это померить разные и посмотреть, что вам будет наиболее удобно. Второе – три критерия вот у меня всего есть. К первому можно добавить, что если в магазине есть дорожка, есть, лучше в них походить или побегать. Можно по дорожке походить и просто по магазину. Ощущения совершенно разные, да? Да. Вот. То есть первое – это удобство. Второе – это, если мы говорим о правильной технике бега, мы еще о ней поговорим, то это более-менее плоская подошва. У кроссовок есть такой показатель, как дроп. Это перепад между пяткой и передней частью. Вот этот перепад может достигать нескольких сантиметров. То есть кроссовки с ярко выраженной, там, толстой, амортизированной пяткой. В таких кроссовках вы не сможете научиться бегать на передних отделах стопы, если вы хотите бегать долго и без травм. Поэтому скорее они подойдут для ходьбы, потому что когда мы ходим, то мы приземляемся на пятку, и это удобно. Я вот хожу, мне очень удобно, я приземляюсь на пятку, и это мягкая подошва, и есть пятка. Но для бега это не очень хорошо. И это второй критерий, то есть плоская. Саш, у тебя есть какой-то критерий, сколько миллиметров перепада? Оптимальный перепад где-то в районе 3 миллиметров. То есть пятка толще носка примерно на 3 миллиметра. 3-5. Да. Мне лично 5, я уже чувствую, мне некомфортно. 3 оптимальнее всего. По моему личному опыту. Да. 5-6 – это такой предел, который является водоразделом между кроссовками для естественного бега, то есть на стопе, и кроссовками для бега с пятки.
То есть, ну, и если вы хотите учиться бегать, неважно, там, с тренером это делать, в группе, самостоятельно, по каким-то занятиям, видео, то по книжке, ну, вот, то вот водораздел — это 5-6 миллиметров дропа. То есть вы можете спросить у продавца, а сколько здесь перепад в этих кроссовках? Ну, он может не знать, правда, может, а загуглить. Вот, ну, вот у меня три критерия. Удобно, плоская подошва, и третий критерий — очень важный, но это опять же по любителям. Подошва должна быть упругой. Есть кроссовки, у которых не упругая подошва. Ну, то есть, что значит упругая подошва? Упругая — это значит, что вот она возвращается обратно. И материал, из которого она сделана, он тоже возвращается в обратное положение. То есть она не мягкая. Ну, вот, например, Vibram Five Fingers — это классный как бы тренажер. Но там нет упругости подошвы, то есть всю амортизацию вашему телу надо будет брать на себя. Если вы последний раз бегали в школе и сразу начать тренироваться и брать всю амортизацию на себя, то это может быть перебор. Ты как считаешь, Саша? Да. Ну, я знаю, что ты фанат Five Fingers, поэтому я тут по краешку прошел. Нельзя, сейчас. Я совершенно согласен с Максом. Нельзя начинать бегать сразу бездумно в какие-то большие объемы, хотя как тренажер, как кроссовок, который очень хорошо потренирует стопу, подготовит к большим дистанциям, это отлично работает. Я в них очень много бегал, и многие пациенты мои тоже в них бегали. В итоге чаще всего все-таки на большие дистанции люди отказываются от них, потому что у них подошва совсем тоненькая, несколько миллиметров, и обычно стопа, когда она не была тренирована, она в итоге наминает неровностями поверхности. Если взять Vibram Five Fingers с толстой подошвой, они уже не сильно отличаются от просто кроссовка. Да? Ну, пальцы отдельно, да, но это иногда даже неудобство, особенно на, с учетом того, что там носки с отдельными пальцами, кроссовок каждый день довольно-таки сложно. Как тренажер — прекрасный вариант. Ну, это относится и ко всем минималистическим кроссовкам. То есть, если вы сразу же, вот последний раз в школе бегали, сегодня послушали, думаете, все, вот, и завтра купили себе кроссовки с подошвой толщиной там 2 миллиметра, то это может привести к проблемам. Особенно это зависит от вашего веса, ну, есть он лишний или нет. Если есть, то тоже прибавьте сразу там пару миллиметров на компенсацию вот этого лишней амортизации, которую телу надо будет брать на себя. А потом вы можете снижать толщину кроссовка. Вот, я так делал. То есть я их постепенно снижал, дошел, ну, достаточно. Вот, ну, Саша сейчас очень такие прям с плоской. Да, это такие кроссовки InnoBait называются, у них 3 миллиметра хилдроп. Они очень, ну, очень тоненькие, да. Но при этом них тоже упругая. Да, подошва. Подошва достаточно упругая, да. Я в них стал бегать после двух сезонов Five Fingers. А как мне подходит для бега по асфальту или по плитке? Я как раз хотел про это сказать. Когда вы бегаете с приземления на передний отдел, когда вы посвятили адаптации своей стопы достаточное время, а именно месяца 3 или 2, то дальше вам не принципиально, какой поверхности бегать. Mm-hmm. Это асфальт, плитка, бетон, лес, пересеченная местность. Неважно, потому что вы от поверхности не ждете амортизации. Вся ваша амортизация происходит за счет подошвенной фасции, мягкой ткани на стопе, икроножной мышцы, квадрицепса и все. Поэтому ответ не важно, с правильной техникой, по чему бегать. Например, колоссальное количество объемов беговых, которые во фраге происходит на треке в Крылатском, где фактически это бетонное кольцо покрытое гравием, да, на основном. Да. То есть это жесткое, абсолютно поверхность, жестче, чем асфальт, пожалуй, даже можно. И все отлично. Ну и беговая дорожка, условно, на стадионе тоже. Там бетон, бетонная плита залита, сверху лежит вот эта резиночка амортизационная. Ну или асфальт, или тротуары. Вот. Ну и тут важно понимать, что если вы готовитесь к забегу по асфальту, то и бегать надо по асфальту, ну хотя бы. То есть, чтобы ваша как бы опорно-двигательная система была готова к этой нагрузке. Вот. Но если вопрос был о том, отличаются ли кроссовки, то они отличаются. Потому что протектор может быть разный для гладкой поверхности, ну, так же, как шины у автомобилей. То есть, если это гладкая дорога, там, не знаю, скоростной трек, то это плоский, ну, абсолютно слик такой. А если это внедорожье, это грязь, болото, то там не очень. Вот. Надо покупать с протектором. Но со временем, кстати, вы все обрастете кроссовками, ну, кто начнет бегать, это неизбежно. То есть это вы купите одни кроссовки, потом вторые, потом где-то на распродаже увидите, что, о, какие кроссовки, надо еще одни. Вот. То есть их всегда недостаточно. Ну, да. Но потом в какой-то момент вы обнаружите, что у вас там 14 пар кроссовок. Ну, вы носите, бегаете в двух. Вот. Ну, кстати, даже если у вас будет две пары кроссовок, то это лучше, чем одна.
ну, со временем, потому что вы их можете чередовать, и лучше адаптируется опорно-двигательный аппарат, он не привыкает только к одному вот, положению, и они меньше снашиваются, дольше служат. Но не пугайтесь поначалу. По одежде. Лето скоро, одежды не надо много. Главный принцип в беговой одежде у вас по, вот если взять, например, утепленность человека по пятибалльной шкале в соответствии с температурой, ну то есть там очень холодно, там на 5 утеплился, там на 4, на 3, на 2, вот когда вы бегаете, то по этой пятибалльной шкале утепленность ваша должна быть на единицу меньше, чем, ну как бы, типа должно быть. Вот. Это ключевое правило всегда. Потому что когда вы бегаете, температура тела возрастает. Вот. Ну, ты разогреваешься, кстати, температура тоже возрастает, наверное, да? И вот. Самое главное, что перегрев, он также, в общем, нежелательный, как и переохлаждение. Одинаково плохо бежать, когда он жарко, когда он очень холодно. Ну да. Но с бегом это не проблема, обычно тебе жарко. Да. Но поэтому, когда вот я сейчас в парке вижу людей, которые только-только вышли, вот они одевают такие кофты там с капюшонами, еще потом пуховую жилетку сверху, там штаны тоже с начесом, вот, и, ну, и бегут, вот, то это, конечно, это на самом деле такая большая проблема, с которой потом, то есть она так побегала пару раз, и реально очень тяжело, потому что вся красная уже, все там, тело разрывается. И потом, ну, как бы принимается решение, бег – это не мое, вот. Это не то, не мое, это очень тяжело, так нельзя, вот, я не хочу, вот, я буду там ходить на йогу, например, да, ну, а с другой стороны, если бы она оделась как бы полегче, ну, там, лосины, не знаю, спортивная майка и ветровка, и все, ну, и когда ты выходишь на улицу, то холодно, ну, вроде кажется, что холодно. Так и должно быть. Вот, да. А потом ты начинаешь бежать и разогреваешься. И все. И такой кайф, потому что тебе уже тепло и не жарко, и все еще проветривается, и влагу не впитывает. И ты такой: о, бег, это полет, это мое. Вот. И получается, что один и тот же человек, вот просто из-за того, что, ну, как неправильно оделся, может прийти вот к таким выводам. Да. Ну, я могу сказать по опыту, а Саша, наверное, как ученый. Вот. По опыту, когда вы бегаете длинные дистанции, например, 21 и дальше, то нога отекает. И она становится просто больше. И поэтому стандарт выбора кроссовок для длинных дистанций – это вот вы его одели, и дальше здесь должен быть запас, ваш большой палец. Вот, то есть ни в коем случае нога не должна упираться в окончание кроссовка. Большой палец, ну вот у кого он какой, такой и запас. И это позволяет очень комфортно бегать, и нога отекает, становится больше, все равно она не достает, и пальцы и ногти остаются целыми. А вообще, если вот впритык кроссовки, то после полумарафона, и особенно марафона, это синие ногти, там, ну, в общем, это очень неприятно, да, да, да. Ну, это для длинной, для короткой можно, там, не знаю, полпальца, но в любом случае там должен быть запас. Вообще даже при подборе обуви просто так запас, он, в общем, должен быть, да, потому что там стопа имеет некий люфт внутри, может быть, разные носки, вы вспотели, даже если нога не отекла на маленькой дистанции, у вас намокнет на солнце какой-то вероятность, да, вы просто промокли, потому что дождь, или, например, у вас на дистанции какой-нибудь 20 километров, облил какой-нибудь болельщик с удовольствием, что вам жарко, да, у вас просто банально намок кроссовок и носок, и все это разбухло чуть-чуть, и вы получили как минимум мозоль, да, и это очень некомфортно. Поэтому да, это стандарт по пальцам, я палец чуть побольше. Ну, когда пишешь, да. Да, ничего страшного. Ну вот у меня сейчас вот запас в большой чуть, палец. Вот. Чуть-чуть, да, не должны болтаться, потому что... Шнурками можно зашнуровать. Да, все должно быть комфортно. Да. Если при этом момент скольжения внутри стринга... Его не должно быть, то есть... Сильно затягивается? Ну, нет, я вот не сильно затягиваю, у меня все равно нет момента скольжения, хотя есть здесь запас. Просто он, ну, не какой-то адский большой, но вот такой запас есть. Но это еще, кстати говоря, вопрос постановки стопы. Потому что если человек бежит, он втыкает стопу вот так в поверхность, проскальзывание будет даже, если вам кроссовок, как
раз. Да. И проблемы, скажем, с ногтями на пальцах ног будут все равно, да, если так. Но если вы ставите стопу правильно, как бы сверху вниз, а может быть даже еще немножко ее успеваете чуть продернуть назад в момент постановки, да, получается мягкий шаг, у вас нет этого ударной нагрузки ни для стопы, ни для всего там, тела наверху, рассказывания никакого не будет. В общем, можно бегать, ну, в нетугу завязанных кроссовках абсолютно. Окей, давайте я последний лайфхак про одежду скажу. Мало кто знает, и мы когда ученикам рассказываем, все потом счастливы, и пойдем дальше. Лайфхак заключается в следующем, что... Тут, кстати, я не знаю, кстати, что доктор скажет на это. А я опытным путем выяснил, что вот предплечья и вот ладони предплечья, они отвечают каким-то образом, как датчики, за восприятие температуры окружающей среды. И поэтому, например, если вы выбегаете в длинной кофте, и вам в какой-то момент становится жарко, и вы думаете, блин, а что же я выбежал в длинный, надо было бежать в майке. Вот, то есть единственный, ну, как бы очень крутой способ, вы просто закатываете рукава, можете даже сейчас попробовать, кому жарко, можете закатать рукава, и вам сразу станет прохладно. Вот, реально. И вы можете в той же майке бежать. А потом, если вам станет холодно, вы можете их обратно раскатать. Вот. Ну, это, да, еще куда-то девать потом надо, снял. Вот в велоспорте, например, это невероятным образом используется. То есть в велоспорте, так как ты едешь на велосипеде, тебе неудобно там раздеваться, одеваться, то есть рукава. То есть у тебя есть джерси, вело-джерси и рукава. И, например, ты когда поднимаешься, ну, на перевал, там холодно, и рукава одета. Вниз спускаешься, в долине тепло всегда. Рукава можно скатать просто, и все. И как бы... Мы это миллион раз проходили, даже вот на треке зимой, 25 градусов, там 20, ну, 24-25 температура воздуха, типа жарко. Вот. Ну, кому жарко, те рукава закатали, и не жарко сразу стало. Это к тому... факт, я, честно говоря, не изучал этот вопрос, может быть, там потовых желез больше вот здесь. Может, не знаю, но она работает. И, кстати говоря, в холодную погоду очень часто люди бегают в легкой обтягивающей кофте, и в кофте, и в жилетке неподуваемой, руки свободны. Ну да. Вот. И, ну, тогда еще второй лайфхак тоже раз такое дело. А после тренировки тоже мало кто это, ну, как-то знает. А если вы не, ну, где-то потренировались, например, там после работы, не знаю, в парке побегали, и потом домой ехать, то и негде переодеваться, вот полностью там душ принимать, то единственное, что нужно сделать, это снять майку и одеть сухую майку. Это можно сделать прямо на улице даже. Ну, то есть, даже зимой вот холод, там мороз, лыжи на лыжах потренировались. И просто все снимаете сверху. Ну, там, не все, ну, в общем, какую-то часть. Зависит от того, какого вы пола, да. И одеваете сухую майку. И потом сухую кофту. И вы точно не заболеете, точно не замерзнете. А если вы останетесь в мокрой одежде, и потом в ней будете там ехать куда-то, еще там куда-то заходить, то это может стать проблемой. И это не очень приятно. Вот. Ну и вообще вся одежда – это влагоотводящие ткани, то есть никаких там хлопков и всего остального. Да. Куча компрессионных штук продается всяких. Да. Для чего это нужно? Рукава, гетры, трусики с местами для ключиков. Вообще научных данных, что это прямо физиологически как-то сильно помогает, пожалуй, нет. Единственное, только на больших дистанциях, правда, там, скажем, ноги, они могут отекать. Поэтому для того, чтобы венозный отток или практически несколько лучше, компрессионный трикотаж, он, в общем, работает, да. Но вообще это, во-первых, удобно, потому что эта ткань не трёт, да. Во-вторых, она очень здорово отводит влагу, поскольку прилежит к телу очень хорошо. Поэтому эти вещи использовать можно. Чтобы начинать, чего нужно, кроме кроссовок? Кроссовки, носки, шорты, ну или тайцы, майка, ветровка. И, ну и повязка на голову, все. Нужно прямо к первому занятию или можно помочь? Постепенно. Ну, да, сначала в майке бегать, а потом уже... Ну, повязка тоже, когда, например, температура как сейчас, то, ну или около нуля, то повязка, ну или легкая шапка, она делает более комфортным бег, чем просто с открытой головой. Вот, а летом, например, козырек делает более комфортный бег, потому что он в глаза не светит напрямую. Вот, и... О. Человек тренировку сделал, пока мы тут разговариваем с вами. Кстати, в одной повязке ходил. Да, у него вообще из одежды, кстати, немного вещей. Да, у него даже кроссовок нет. Все, закрыли тему, двигаемся дальше. Базовые принципы понятны, там, кто записывает, записал. А, ну, следующие вопросы уже связаны с тоже мифами и такой физиологией. Вот есть много мифов, связанных с дыханием.
Ну, начиная от того, что мне очень тяжело бежать, я задыхаюсь. Что делать? Медленнее и дольше адаптироваться к этому. А как правильно дышать? Потому что я читаю, да, читаю много книг, да, и там сказано, что там надо, ну, дыхать аэрозол, там, ну, по-разному, да? На три шага. Как ты диафрагму разрабатываешь, кто это советует? Есть дыхательные мышцы, там межреберные, диафрагмы и так далее, они позволяют как бы расширить грудную клетку, наполнить легкие кислородом, по сути, да. Поэтому обычно считается, что выдох должен быть чуть длиннее, чем вдох. Слегка, да, чтобы кислый газ, который сформировался в легких, потом после замены, он как бы удалился из легких, стал хорошо дышать до конца. Да. Поэтому можно на счет, на шаги, но обычно, например, три счета вдох, три шага вдох, четыре счета выдох, четыре шага, да. Кто как, на самом деле? Я могу рассказать по опыту тоже, очень просто. Вот, да, через что вдыхать? Давайте сделаем эксперимент, а то засиделись. Эксперимент следующий. Сейчас все рот закрывают и делают глубокий вдох только носом, и потом глубокий выдох тоже только носом, чтобы проверить, как нос работает. Готово? Поехали. Ну, вы почувствовали какое-то количество кислорода, которое приходит за этот вдох, и углекислого газа, который уходит за выдох. А теперь то же самое, только вы приоткрываете рот и делаете глубокий вдох, ну, и ртом, и носом, и потом такой же выдох. Готово? Где больше кислорода? Ну, во втором случае, очевидно. То есть вы это... Теперь, если мы говорим о беге, то это аэробная работа. Аэробная работа – это работа, связанная с утилизацией кислорода. Правильно? То есть кислород нужен. Если кислорода не будет, то что произойдет, Саша? То произойдет очень быстрая усталость. Вы выработаете то, что находится в клетке, то, что дает синтез, отдает такую энергию главную, да? И все. Силы будут потеряны, скорость тоже, вы перейдете на шаг, становитесь, и все. Вот. Соответственно, ну, все очень просто. Если вы хотите продолжать бежать и не останавливаться, то, ну, надо давать кислороду попадать в легкие, через легкие насыщать кровь, и чтобы она доходила дальше там до мышц и питала их. Если вы не даете кислород, то это очень быстро все закончится. Поэтому, да, вижу, сейчас это говорю. Поэтому, когда, например, ну, к нам на тренировку приходит человек, и он где-то прочитал в какой-то книге или еще где-то в какой-то статье, что вот надо дышать носом, и что ртом дышать вообще нельзя, им закрой рот, вот, говорили в школе, и он начинает бежать как бы и пыхтит. Ну, то есть прям... И я вижу, как ему тяжело, и я ему говорю, открой рот. Ну, тебе станет значительно легче. Мне говорили, что нельзя. Я говорю, ну, попробуй. Вот. Открывает рот, и ему становится, у него жизнь просто, ну, как бы, играет новыми красками абсолютно. И потом люди спрашивают, что можно, типа, ртом дышать? Вот, ну, можно, он же есть, почему нет? Вот. Можно дышать, пожалуйста. И, ну, вот у нас все тренеры на первой тренировке делают это упражнение, которое мы сейчас сделали, просто чтобы, ну, вот максимально упростить этот процесс. То есть дышите полной грудью, дайте кислороду попадать, а уже там счет, не счет, это, ну, не так принципиально, лучше вообще не думать об этом. То есть лучше в тренировке думать о чем-то другом. Ну, там, по технике бега. А вдыхаться, выдыхаться, оно само будет. Ну, вот у нас так. Да, согласен абсолютно. Чем вы быстрее бежите, тем больше кислорода и быстрее он нужен. Поэтому готовы, если вы бежите медленно, например, да, можно половину дышать нос. Вообще дыхание через нос, оно сам по себе нос, он нужен для двух вещей. Первое, согревать кислород, который проходит у нас через носовые ходы, да, они извилистые, там много складок. По сути, кислород, проходя через маленький диаметр, например, воздух, он нагревается. Да? Второе – это борьба с инфекцией. В носу есть фактически система, такая биологическая, которая позволяет любым там, бактериям, вирусам осаживаться на поверхностной части клетки, потом все удаляется наружу. Да? Но это к бегу не очень сильно относится. Да, это относится к обычной жизни. Иногда в очень холодную погоду, если бежать медленно, проще дышать носом, по причине того, что воздух нагревается. Ну и все. А так принципиальная разница физиологическая, да, конечно. Большинство людей дышит ртом, и больше правильно. Ну, если вы бежите так, что вам тяжело, то однозначно надо открыть рот. Да, был вопрос? Все? Окей, ладно, это коротко про дыхание. Все, не забивайте себе голову, это единственное, что вам надо знать. Окей? На текущий момент времени. Вот, и тут как раз мы перешли к вопросу темпа. Что, вам нравится? Да, я подбирал картинки. Вот этот темп, в котором они сейчас бегут,
это, ну, вот один из наших тренеров, наш старший тренер Ирина Борисовна, она называет это сплетнический режим бега, вот, остальные называют разговорный. Это тот режим бега, как раз в котором человек может ну, бежать условно там, бесконечно долго, и это тот режим, в котором ну, проходит основная часть тренировок, так называемая аэробная, ну, режим или аэробная зона. И это то, что является ключом к развитию всех ваших ну, свойств физиологических, да, беговых. Вот. Потому что большинство новичков, которые начинают бегать самостоятельно, выходят в парк вот в этих в пуховой жилетке, кофте с капюшоном и штанах, они еще и бегут так, что ну, как будто там был пожар, и как бы с этого пожара человек куда-то убегает, и он не может не то что разговаривать, он даже ну, отрывочно фразу-то бросить не может, ему так тяжело. Вот. И, конечно, такой темп бега, он не дает никакой пользы, не дает никакого прироста, он приводит только к тому, что ты думаешь, да ну нафиг, похоже, правда, не мое. Вот. Надо пробовать что-то другое. Ну, Саш, ты как прокомментируешь вот темп, выбор скорости и тренировку в аэробных зонах? На самом деле, кислорода у нас вокруг бесконечно много, да, поэтому задача увеличивать свою скорость, сохраняя вот этот аэробный режим. То есть синтез главного, скажем, источника энергии, АТФ, он происходит при помощи молекул кислорода. Чем вы быстрее бежите, тем больше потребляется веществ внутри клетки, они, в общем, в ограниченном количестве есть там. Да? Поэтому да, основная часть тренировок, когда именно в этом режиме находится, да, все пограничные интервальные тренировки в основном рассчитаны на то, чтобы этот порог сместить наверх, чтобы могли бежать быстрее, при этом сохраняясь, оставаясь в том же аэробном режиме. Mm-hmm. Когда у меня кто-то спрашивает, ну, такой вот вопрос просто в воздухе, и я никогда не знаю, как на него ответить. Ну, типа, а как вот надо быстро бегать? Насколько быстро? В каком темпе надо бегать? Ну, странный вопрос, потому что зависит от того, к чему ты готовишься, какой у тебя сейчас ну, уровень подготовки. Но такой на него есть такой же банальный ответ. Это, ну, бегай так, чтобы ты мог разговаривать. То есть, если ты бежишь и можешь разговаривать со своим вот партнером по тренировкам, то это хороший темп. Ну, то есть, он не навредит тебе, скажем так. Да, это таким... самый простой способ, да, определить свои зоны тренировочные и так далее. Ну да, вот, про зоны как раз я тоже хотел коротко сказать. Дело в том, что сейчас пульсометры и ну, девайсы для измерения пульса запястья либо груди стали очень доступны. И даже есть наушники сейчас, которые меряют сухо пульс. Вот. Да, и наверняка часть из вас пользуется пульсометрами. Да, кто пользуется? У кого есть пульсометр? Это очень полезная вещь. Вот. Почему она полезная? Потому что кроме ощущений, ну, то есть, там, мне легко, и я могу разговаривать, вы можете еще и вполне себе объективные данные брать в расчет. Вот эти объективные данные выражаются в частоте сердечных сокращений. То есть, пульс – это частота, с которой ваше сердце бьется в минуту. Ну, я вот таблицу взял специально, ну, без рекламы, просто от фирмы Polar, потому что они придумали, это финская компания, которые придумали пульсометр в том виде, в котором мы сейчас его имеем. Ну, и много времени уделяет развитию этой методологии. Давай, Саш, я коротко скажу, как, ну, на практике у нас это... любителей происходит, а ты можешь тогда потом научную базу подвести. На практике происходит следующее. У каждого из здесь сидящих есть значение, которое называется максимальный пульс. Его можно либо определить по формуле, часто оно, эта формула ну, дает более-менее там, сопоставимый с реальностью результат, это 220 минус ваш возраст. Ну, если вам, например, 30, то это 190, если 40, то 180. Это максимальный пульс. То есть это ну, такая общая формула, которая определяет в среднем, ну, с какой максимальной частотой ваше сердце может биться в минуту. Ну и, соответственно, это верхняя часть вот этой шкалы. Если мы говорим о нагрузке на максимальном пульсе, то очевидно, что она небольшая по продолжительности, может быть, и... В целом она достаточно ну, чревата, без, если ну, как бы без идейно в нее заходить. То есть не понимая зачем, сколько в ней надо находиться. Но опять же, если вот в парке видеть человека, который бегает и уже весь красный, там, то часто он сюда даже вот
заходит. То есть 90-100 от максимального пульса. Ну, это лучше не делать. По крайней мере, если вы не знаете, зачем. Дальше есть четвертая зона. Ну, это, соответственно, 80-90. Это, ну, хард, то есть это порог анаэробного обмена. Если, Саш, в двух словах скажешь, что это такое порог анаэробного обмена? Ну, это энергия, АТФ, которая внутри клетки у нас присутствует, она может, эта молекула, синтезироваться при помощи двух основных путей. Да? Первый путь – это при помощи молекул кислорода, который мы получаем, вдыхаем. Да? Второй путь – это используя вещества, которые находятся внутри клетки, которых мало. Которых хватает обычно, ну, вот примерно вот на это вот время. Да? 10 минут, но, может быть, суммарно на какой-то длинный забег, может быть, 20, если человек сильно потренировался. Да? Uh-huh. С практической точки зрения отображается это так. Вы можете втопить, что есть сил, вас хватит на 5, 10, может, 15 минут, дальше будет... Ну, зависит от степени тренированности. Да, это могут быть и 2, на самом деле. Да? Вы можете выстрелить на 2 минуты, вам кажется, что вы эти 2 минуты бежите очень здорово, дальше силы вас оставят, скорость драматически упадет, вы, скорее всего, пойдете. И забег будет мукой, а не удовольствием. Да? Вот, и опять же есть шанс перейти вот в этот максимальный верхний уровень. Сердечная мышца – это мышца, как, если вы пытаетесь поднять бицепсом машину, вы можете его оторвать, то есть его непоправимо нарушить его структуру. Сердце – то же самое, у него есть какое-то количество сокращений, которое он может максимально выдерживать. Если вы его превзошли на длительное время, в общем, может произойти повреждение сердечной мышцы. И именно из-за этого в этих больших пульсовых зонах заниматься нельзя. А в более низких пульсовых зонах заниматься можно, но просто это вопрос скорости и эффективности. Да? На одном кислороде, скажем, вот в зеленой и синей зоне вы можете бежать весь день. Да? В зоне четвертой, ну, вот такое количество. Но здесь мышечная усталость начнет накапливаться. Да, мышечная усталость начнет, конечно, да, естественно. Но тут уже все-таки это довольно длительные промежутки времени, возможно, это делать. Поэтому, если это длинный забег, даже если 10 километров, например, даже 5, нет смысла бежать с максимальной скоростью первые 500 метров. Угу. Дальше вы пойдете, скорее всего. Да? Ну да, вот если такой практический совет, то водораздел между безопасной тренировкой, которую вы можете делать сами, ну, с высокой степенью себе не навредив, и уже такой опасной тренировкой, которую, если вы не знаете, как ее делать, у вас нет контроля в виде тренера, который вас остановит в нужный момент или, наоборот, ускорит, вот это водораздел вот здесь. То есть это в районе 80% от максимального пульса. Вы можете прямо сейчас даже там прикинуть на калькуляторе, берете там 220 минус ваш возраст. Если в детстве занимались спортом, прибавляете 10 ударов. Вот. Если не занимались, то ничего не прибавляете. В музыкальную школу ходили, кто ходил в музыкальную школу, тебе не прибавляют 10 ударов. То есть там 30, например, 220 минус 30, 190, 190 на 0,8. Кто там умеет быстро? Есть какой-нибудь? 190 на 0,8. 152? Ну, там 155 округляем до более-менее ровного значения. Вот 155 – это будет ваш такой водораздел. То есть до 155, пожалуйста, бегайте, вот хоть убегайтесь. А если выше, то уже надо понимать, зачем, сколько. Вот. И, например, с тренером часто работа строится в виде интервалов. То есть, например, вы там бежите 3 минуты на пульсе 165, это вот здесь. И потом, например, 2 минуты на пульсе 140, это вот здесь. Потом снова 3 минуты на 165, потом снова на 140. 3 минуты на 165, снова на 140. Такого рода работа, Саш, вот с точки зрения физиологии, она что дает для развития? Она учит ваш организм утилизировать больше и дольше энергию из того, что есть внутри клетки. То есть вот то, что improves high speed endurance, да, это имеется в виду, что вы учитесь физиологически работать дольше на более высоких скоростях, используя такое же количество, которое есть в клетке. Да? Вот поэтому эта работа крайне важна. Но все равно она имеет некий лимит. Надо сказать, что в основном, если вы пользуетесь пульсометрами любыми, да, это может быть там Polar или Garmin, или все что угодно, у них практически всегда есть зашитые внутри программы, где вы вводите свой возраст. Ну, и другие параметры, да, и все эти зоны вам рассчитываются. Там есть будильники, сигнализаторы, которые вам пищат и вибрируют, если вдруг вы вышли с какой-то из целевых зон. Mm-hmm. Если у вас нет пульсометра, то вы можете использовать ручной пульсометр. Вот. Ну, на шейке больше не надо, наверное. А? Мозг равно только, да, если вы во время бега... Надо хорошо нажать. Прям так постараться.
Не, ну вы можете остановиться, сделать паузу, засечь там 10-15 секунд, посчитать удары, ну 10 секунд умножить на 6 потом, и посмотреть вообще, вы туда, не туда идете. Вопрос, можно? У нас, ребят, борцов и там бойцов тренируют, у них специально же есть маски там для ограничения поступления кислорода, да? То есть он дает больше кислорода дышать, чем возможно, да? Тогда получается специально для того, чтобы... Они тренируют вот зону анаэробную. Угу. То есть тренируют работать без кислорода. Ну да, это гипоксия, то есть отсутствие кислорода, которое искусственным образом этой маской создается. То есть просто ограничить поступление, ну, да, и учит работать с тем кислородом, да, который... Но это очень такая опасная штука. Я читал несколько статей по поводу этих масок. То есть, когда любители, не знающие методологию, пренебрегают как бы вот безопасностью. Потому что мозг, например, он же тоже питается кислородом. Если ты даешь такую нагрузку, которая... Ну, супер велика, и плюс еще в недостатке кислорода, то это, и плюс регулярно и долго, то это приводит к очень печальным последствиям. Ну да. Окей? Да. Двигаемся дальше. Идея понятна? Да. То есть вы можете уже использовать этот инструмент, связанный с пульсом. Если у вас есть пульсометр, регулярно на него поглядывать и строить свой тренировочный процесс, исходя из него. Если с тренером, то он весь построен по пульсу у хорошего тренера. А, ну и плюс всегда вот контролировать темп. Меня? Меня лучше здесь. Дальше по технике. Ну, Саша уже об этом сказал, можем сильно, наверное, здесь не останавливаться. Я коротко, ну, вот основную идею еще раз повторю, опять же, по нашему опыту. Большинство людей, которые начинают бегать, относятся к бегу как к чему-то, ну, типа автоматически такому встроенному по умолчанию, как навык, который вот у тебя есть. Но при этом мы же так не относимся, например, к танцам. Вот, мы так не относимся там, ну, к йоге, к той же, да, то есть мы так не относимся к вождению машины или мотоцикла, и поэтому, ну, как бы мы учимся этим навыкам, и сначала не очень получается, потом лучше. Вот с бегом, как выяснилось, опять же, вот таким опытным путем и обучением, это то же самое. То есть это определенное движение, которое может быть биомеханически правильным, и которое состоит из, ну, вот, ряда более мелких движений. И если ты его изучаешь как танец, то у тебя получается. Если ты его не изучаешь, то, ну, как, вроде, типа, как танцевать? Все танцуют, и я тоже. Ну, вот поэтому обучение техники бега – это всегда процесс, когда весь бег, весь беговой шаг и беговое движение разделяется на мелкие кусочки, и вы через маленькие упражнения учите каждый отдельный кусочек. Вот. А потом оно все склеивается и соединяется в более эффективную картинку. Да, причем иногда ошибки техники, которые приводят к каким-то проблемам, они не должны быть массивными, это может быть маленькое отклонение. Часто бывает, приходит человек и говорит, я 100 лет бегаю, меня уже научили, у меня все окей, 100%. И иногда там отклонение куда-то на 5-10 градусов, оно уже критично для тех объемов, которые человек делает. А второй момент, этот навык, эта моторика не всегда остается по умолчанию, если ею не заниматься. Серьезные бегуны постоянно, рутинно, по кругу делают техническую работу. То есть специальные беговые упражнения, которые позволяют эту технику поддерживать. Да? И в процессе забегов отслеживают ее также. Ну, это, кстати, тот вопрос, с которым мы часто сталкиваемся. Там человек звонит в Wild Running, говорит, слушайте, ребят, вот, а я можно приду к вам вот на 2-3 тренировки технику поставить? Мы говорим, ну, как бы за 2-3 тренировки технику не поставить, потому что поставить это нельзя взять и поставить. То есть это процесс, который, вот, ты постоянно им занимаешься. Ты можешь за 7 недель, например, сделать ее лучше. Вот. Но, например, Усейн Болт, он говорит, он неплохо бегает в целом и быстро, вот, но он продолжает делать беговые упражнения. Причем те же самые упражнения, которые мы, например, делаем. Зачем Усейн Болт делать беговые упражнения? Он так классно бегает. Ну, потому что ее постоянно надо поддерживать. И тут как раз, наверное, основная идея не в том, что ты ее поставишь, а в том, что ты научишься процессу, как ее ставить. Вот. Ну и будешь все время становиться лучше в этом. А потом это начинает встраиваться в, ну, в обычную тренировку. То есть ты не просто бегаешь, а у тебя уже... То есть ты чуть пробежал разминку, потом там беговые упражнения попрыгал. Вот, а потом уже остальную тренировку добежал, даже когда сам тренируешься. Это дает гораздо больший эффект, чем вот просто бег. Кстати, часто люди задаются, не бегают, задают вопрос, как вы, о чем вы думаете, пока вы бежите столько времени, да? Вот если вы следите за техникой, такой вопрос не ставите. Потому что у вас в голове все время чек-лист, такая мантра, стопы туда, колени туда, дышать так,
корпус здесь. Ну, там частота шагов, да? Частота шагов, и это по кругу все время движется вот так. Потому что чем вы дольше бежите, тем вы больше устаете, тем больше тенденции потерять форму и технику вашу. А это чревато. И, соответственно, весь забег он происходит обычно в мысли про технику, да? Mm-hmm. И тоже вот в поддержку того, что Макс говорил про Усейн Болта, например, если взять, не знаю, скрипача, уже постоянно отрабатывает, да? Если взять прима-балерину в большом, с ними постоянно занимается педагог. И отрабатывают одни и те же базовые вещи, что там на первом году училище, что у прима, да, это та же самая история. Это моторика, это навык, да, который должен поддерживаться и постоянно совершенствоваться. Да. Да. Сколько да. в среднем времени уходит переучиться бегать с пятки? Так, Саша. По-разному зависит от подготовки и тренированности человека. В среднем, если, например, в начале этого процесса человек бегал определенный объем, 10 км 3 раза в неделю. Надо рассчитывать, что он будет такой же объем бегать в минималистических кроссовках, приземляясь на передний отдел, через 2-3 месяца. Ну, а если человек не бегал, то это чуть упрощает задачу. Да, сразу правильная техника. Ну да. Но тут есть такая тонкость в том, что, допустим, мышечную ткань потренировать и моторику проще, чем и быстрее, чем получить нужную плотность кости. Тут слабое место – это кости стопы. Мы все большую часть времени находимся в обуви. Подошва обуви – это как иммобилизация, какой-то гипс условный для костей стопы. Поэтому плотность костей стопы, она низкая чаще всего. И вот эти иногда несколько месяцев они нужны, чтобы плотность стопы приобрела должный уровень. Да? Иначе могут стрессовые переломы происходить и так далее. Да? Вот, но обычно, когда происходит процесс тренировок, даже этот 7-недельный, он построен таким образом, что есть время на адаптацию. Кости, в частности, тоже, да? Да, просто не очень большая нагрузка, она дозирована. Конечно. Но, опять же, если у вас уже есть беговой опыт, и вы хотите совершенствовать технику, то ну, надо будет отказаться от тех объемов беговых, которые были. Ну, то есть, если человек бегал там 60 км в неделю, например, и потом хочет поработать над техникой как-то вот значимо, то ему не надо бегать 60 км в неделю. Я вот, знаете, тоже из личного опыта, когда я переходил к этой технике бега, то я там купил не InnoWays 3 мм хилдропом, купил себе марафонские Мизуно, где перепад был, но меньше, чем, скажем, в Айсе, с которых я бегал до того. И, скажем, из 10-километровой тренировки, которую я должен был пробегать, я пробегал километры на передних отделах стопы в этих переходных кроссовках, остальное пробегал привычно с пятки. И постепенно вот это вот соотношение я смещал в сторону переднего отдела. Это за него примерно кроссовку 3 месяца. Ну да, но это если надо сохранить объемы. То есть, если... Если не надо, то вы можете да, бегать меньше, просто делать это более умно. А если хотите ну, уровень фитнеса сохранить, то там плавать можно. Все. Да. А есть какая-то специфика обучения людей, у которых уже травмы? Это вот к доктору. Есть, конечно, да. Упрощенно. Первое, что требует отработки, это биомеханика правильно. То есть, если говорить про нижнюю конечность, нога должна быть ровная, да, не должно быть смещения стопы относительно нейтрального положения, колена относительно нейтрального положения. Поэтому, когда мы начинаем такого человека тренировать, первое, над чем мы работаем, над осевой стабильностью. То есть, он должен стоять правильно, приседать правильно, балансировать на одной ноге правильно. Да. Если он не может стоять на одной ноге, поддерживая нужное положение бедра и голени, нет смысла ему бегать. Да. Поэтому делается определенный набор статических упражнений, потом они усложняются. Если он это выполняет хорошо, тренируется отдельно передний отдел стопы, икроножные мышцы, добавляется бег, бег усложняется, добавляются разные виды шагов. То есть есть, в общем, методология, которая последовательно идет от простого к сложному. Она очень простая. Да? По-разному. Да? Зависит от степени, конечно, ну, травмы условно, да. То есть если сейчас это то, что ну, как бы является ограничением, тогда это да, зал ЛФК. Ну, зал ЛФК, кто не знает, это физиотерапевт, который с вами может позаниматься и сделать правильное упражнение, все выстроить, настроить, сделать все ровненько. Вот. А если это ну, как бы не какая-то серьезная проблема, то тогда это можно в рамках группы беговой. Да, конечно. Просто с дозацией нагрузки от тренера. Можно вопрос? Меня Игорь зовут, я из Уфы, как раз вот я в школе. И у меня вопрос, я вот первая часть прошла, я десятку пробежал, у меня как бы воспалился гастрит, я с этим справился сам. Вот. Второй заход у меня был на половинку, я в Сочи пробежал. Но после этого у меня ну, как бы начал болеть бок. Сказали о том, что это защемление. Ну, то есть поставили диагноз защемления конечностей, вот этих нервных окончаний и начало грыжи. Я сейчас занимаюсь решением этой проблемы. У меня вопрос.
А после того я могу вернуться, или это уже как бы вот, ну, криминально для меня будет? Ну, просто вы зря ушли, во-первых, от этого, да, потому что по статистике процент 90 случаев болит не протрузия. Если сделать МРТ всем нам здесь, у 100% людей будет протрузия грыжи разной локализации. Практически всегда болит не грыжа и не протрузия, это просто статистические данные, да, такие банальные. Почти всегда болят мышцы, и именно поэтому нужно делать ОФП для не только мышц ног, но и для мышц корпуса, для того, чтобы у вас квадратные мышцы поясницы, мышцы живота, поперечные косые мышцы живота, чтобы они были готовы к этой нагрузке. Если вы бежите 10 километров, то это далеко не только ноги, которые участвуют, да, это мышцы корпуса, которые держат тяжелый верх, да? Поэтому почти всегда это болят мышцы. Можно говорить о том, что это болит грыжа или протрузия, если болит спина, четко болит нога, снижаются рефлексы, есть слабость и так далее, и на МРТ есть грыжа с отеком корешка, ну тогда да. Но это казуистика, это болит крайне редко. 90% случаев протрузия не имеет отношения к симптомам. Так, так что делать-то? Возвращаться в бег? Возвращаться в бег. Смотреть, как человек бежит. Тут очень надо внимательно посмотреть на вас, на ваш тонус, силу, подготовленность, растяжку, технику, как вы бежите. Да? У нас, кстати, тренеры из Уфы были только что на обучении, не у Саши. Да. Да. Вот они были в эти выходные, у нас было обучение. Знаете, бывает банальная вещь, когда, допустим, привык писать, и у него на бегу вот эта рука все время уходит в сторону, вот так, да? Это разбалтывает корпус, и это заставляет с левой стороны квадратную мышцу поясницы все время напрягаться, возвращать вас обратно. Вам нужно растянуть грудную клетку спереди и руку прижать, в конце концов, к себе. У вас уберется эта раскачка и перестанет болеть спина. И это, в общем, задача двух занятий с вами обычно. Ну и так далее. Таких нюансов маленьких очень много, они очень простые, да? Поэтому зал ОФК – это условно такое место, очень близкое просто к тренировочному залу, да? В среднем, если к нам пациенты ходят, там, не знаю, 5-10 раз, потом они занимаются какой-то программой, не знаю, 3 месяца, да? Наша задача их научить, и вот этот акцент расставить механически правильно. Окей. Заканчивая про технику, Александр уже сказал, я просто со стороны вот обычного как бы бегуна-любителя могу сказать, что вот то, что находится в этой части тела, катастрофично, ну, с точки зрения мышц, это пресс, спина, вот, косые мышцы, приводящие мышцы, это катастрофически важно для, ну, скажем так, построения техники. То есть, если человек приходит и говорит, поставьте мне технику тренеру, вот, а при этом, ну, тренер говорит, ну, давай на пресс упражнение поделаем, вот, и он ложится, и на пресс как бы не делается упражнение. Ну, просто, ну, складывание, например, да, не складывается, то... Очень сложно. Ну, то есть это практически невозможно поставить технику, если нет пресса. Ну, вот у мужчин, кстати, у большинства, ну, кто специально не занимается ФП с прессом, часто есть room for improvement. Вот. А у женщин со спиной чаще всего, кстати. Поэтому вот пресс-спина, ну, банальные упражнения, будете делать пару недель. У нас, кстати, они есть на, ну, в YouTube, на канале I Love Running, если вы зайдете, channel.ilovrunning.ru, то там есть прямо ФП-курс, и вы можете поделать его пару недель, и вы увидите просто, насколько легче вам будет бежаться, даже если вы толком, ну, не будете работать над движением. Это удивительно, конечно. Упрощенно, если сказать, можно вас? Если упрощенно показать, то фактически каждая мышца, она крепится, куда-то крепится одним концом и другим. Да? Она эффективно работает, если одна из частей стабильна. То есть если у вас хорошо тренированные мышцы корпуса, и таз, и тело может быть стабильны, тогда у вас относительно фиксированный позвоночник или таза сокращается мышца, перемещается только бедро. Если болтается вверх из-за слабости мышц вот здесь, то у вас получается, что мышцы вынуждены подтягивать друг к другу две нестабильные части. Это, как я не знаю, езда, знаете, на двухподвесочном мягком велосипеде по асфальту. Вы будете массу сил тратить вот на эту вот раскачку двух амортизаторов, да, поэтому по шоссе все ездят на жесткой раме и наоборот, да. Тут примерно та же самая ситуация. Если у вас нестабильный верх, мышца работает неэффективно, выполняет много лишней работы, из-за этого устает и так далее. Угу. Ну, поэтому ключ – это, во-первых, осознанная работа над техникой, во-вторых, ОФП. И все будет замечательно. Ну, у нас вот те, кто в LRank приходит, у них челлендж 7 недель каждый день делать ОФП. Вот, ну, 49 дней. Там последние несколько дней тренер обычно разрешает не делать перед уже забегом. Но, ну, условно, 45 дней. Вот, каждый день. Но это ОФП, это не часовая тренировка в спортзале, важно понимать. То есть ОФП – это короткий сет, он занимает в среднем 10 минут. Вы с утра проснулись, с кровати как бы перевернулись на пол, надо коврик для йоги купить на него
И все, сделали складывание, потом верхний пресс, нижний пресс, перевернулись на спину, лодочка, верхняя спина, нижняя спина. На бок повернулись, косые мышцы, на другой косые мышцы. Все. Там, если так в темпе делать, можно за 8 минут все сделать. Ну и все, и потом в душ. Вот. Если какая-то проблема, если надо серьезно к этому подойти, обычно это 2 раза в неделю по часу. Ну да, это если уже доп. С чем-то таким специфическим поработать, да? То есть либо... мне хватит, да, вот эти все мои большие ОКП 2 раза в неделю? Более чем хватит. А, отлично. А то они мне скажут, стали уже бесконечно. Да, это, кстати, по ОФП это очень важный момент, потому что многие бегуны, ну вот особенно кто только начинает, выходит в парк, думают, что бег это только бег. А бег это комплекс упражнений, и ОФП в беге играет огромную роль. Ну вот у нас почти все тренеры в Элоренг московском, ну, кстати, в Уфе там они длинные, ну, они мастера спорта по марафонам, а у нас в основном по средним дистанциям. Там Ирина Борисовна там 800 бегала, там Оксана Белякова 400, Настя Копасинская 400, там Анна Русских 1,5. То есть это все дистанции вот, ну, около 1,5 километра, от 800 до 1,5. И вот это дистанции, где... Ну, вот наиболее важно все, и техника, и сила, и, ну, и выносливость, потому что ты уже там 800 метров не пробежишь просто вот на... 400 – это самая жесть. Да, 400 – жесть. Ну, вот Настя Копачинская, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, там, в 400. Это вообще просто монстр, да. Вот Ирина Борисовна, там, 800 метров, у нее рекорд Москвы в 84 году, она его установила, 1,54, вот, до сих пор никто не побил, то есть вот 33 года он стоит. Вот, эти результаты, они возможны только благодаря сильному телу, очень крутой технике, потому что один шаг и все, как бы можно дальше не бежать, и выносливости. И поэтому они, конечно, очень круто умеют работать вот, ну, с нами, то есть приводить нас в базовые кондиции. Потому что когда, например, вот человек марафоны бегал, то там, особенно профессионально, то там очень большой фокус на объем. Ну, потому что надо там 200 километров в неделю бегать. А 200 километров в неделю – это много времени. То есть это минимум, ну, сколько там, 15 часов, да, там, тренировок. А то и 20, если с разминками всякими. Вот, и не до ОФП там. Поэтому, ну, в общем, это очень важно. Давайте ускоримся чуть-чуть. Вот тут как раз блок, который... Ему вообще люди, начинающие бегать, не уделяют вообще никакого внимания чаще всего. А люди, которые вот так наслушались нас, и типа цели надо ставить, давай, марафон, все, погнали. Вот. Что-то я на этой неделе мало бегал, всего каждый день, надо было по 2 раза. Я в воскресенье не чувствую себя изнеможденным и уставшим, я могу еще встать с кровати, это значит, я не доработал на этой неделе, надо еще пойти потренироваться. Ну, это, ну, кстати, доктора, я думаю, сталкиваются с этими проблемами. С перетренированностью, с... Ну, это одна из самых частых, пожалуй, причин травм разных, разрывов, перегрузочных состояний. Просто человек не дает себе достаточно времени, чтобы восстановиться, адаптироваться к нагрузке. Это нагрузка это всегда микроповреждение тканей. Они становятся толще, сильнее, прочнее, выносливее, если вы потом дали им возможность восстановиться. Это как порез на коже, да? Можно его постоянно тянуть, он никогда не срастется, да, так и здесь. Вы напрягли какую-то группу мышц, немножко повредили какое-то сухожилие в процессе плановой совершенно тренировки, да? Надо дать ему время на восстановление своей структуры. Ну и, естественно, просто мышечная клетка, она должна набрать достаточное количество энергии для последующих тренировок. Угу. Ну, даже мы в таком нашем бытовом плане в большинстве случаев сталкиваемся с травмами. Это травмы, вызванные... тем, что человек либо много бегал, еще не был готов к этому, либо не предпринимал никаких мер по восстановлению после тренировок. То есть не было никакого опыта, вдруг начал бегать. Естественно, мышцы тут же отреагировали, забились, стали короче. Если я правильно понимаю, то связка, например, латеральная, да, она с одной стороны крепится к мышце, а с другой к косточке, да? Ну, это сухожилие можно так сказать. Да, сухожилие. Если взять четырехглавую мышцу бедра, да, переходит мышца в сухожилие, оно крепится в кость. Когда вы много бегаете, то есть, естественно, стресс, раздражение сухожилия, там есть рецепторы определенные, которые на это раздражение реагируют первично напряжением мышечной ткани. Да, и вот получается спазм, укорочение и так далее. Да. И тогда с этим сухожилием могут происходить тоже в месте прикрепления, наверное, да, какие-то неприятности. Да, конечно. То есть чем менее вообще здоровые мышцы, здоровые сухожилия, вся эта система, она должна иметь две характеристики. Эта мышца должна быть сильная и она должна быть растянута.
Это как, знаете, как веревка в альпинизме, динамическая веревка, которая тянется, она нагрузку выдерживает гораздо большую, чем веревка жесткая, которая не растягивается. Да? Вот так и мышца тоже, она должна быть длинная и сильная одновременно. Да? Ну да, но я этот ролик взял, там собака его поела, правда, хотела растянуться. Да. А идея заключается в том, что ну, большинство любителей не уделяют внимания статической растяжке после тренировки, то есть чтобы вернуть мышцы в первоначальное положение, то есть вернуть их длину. Они забились, стали короче, ну и все, и пошли домой. Ну а на следующий день снова побегал, дополнительная нагрузка, потом еще, ну и потом происходит всякий неприятный момент. А ее достаточно легко вернуть в первоначальное состояние, это касается и квадрицепса, и икроножной мышцы, например. Потому что если ты расскажешь, какие ну, такие лайфхаки по тому, как правильно растягиваться после тренировки. Ну первая растяжка должна быть довольно долгой, то есть минимум секунд 30, а лучше 45-60, то есть задержка в растяжке должна быть минута. Должно быть достаточное количество повторений к этому, то есть хотя бы 3. Очень часто бывает, что человек делает правильные растяжки, но делает их 10-15 секунд, этого недостаточно. Я начал говорить про рефлекс, есть рецепторы в мышечной ткани, такие мышечные гретенцы. Если мышцу растянуть коротко, первая реакция – это спазм напряжения мышцы. Если подержать ее там подольше, срабатывает так называемый стретч или рефлекс растягивания, и мышца расслабляется полностью. Это требует вот этих 45-60 секунд. Основные группы, которые стоит тянуть в передний и задний поверхность бедра, и икроножную мышцу чаще всего не болят. И использовать такой вот роллер для раскатки мышц, для улучшения их. Ты не знаешь, что это такое? Эластичности и так далее. Ну, они бывают из разных материалов сделаны, это такой очень простой там. Из плотной пены. Вы кладете его на пол и своим весом просто катаете, раскатываете, как вот на скалке, например, икроножные мышцы. Икроножные очень важные, потому что если вы начинаете учиться бегать на передней части стопы, то икроножная мышца начинает включаться в эту работу, и первое время не могут так, ну, давать о себе знать, а икроножная мышца крепится к ахилловому сухожилию, ну, и потом к пяточной кости, и там, воспаление ахилла – это очень неприятная вещь. Чтобы его не было, просто возвращайте мышцу в первоначальное положение, например, таким роллером, ну, или растяжкой. Ложится. Кладете, вот так вот ногу кладете и раскатываете. Все. Они продаются, да? Ну, они везде продаются, да. А вот. Большие, ну, можно большой, можно... Ну, длинный, удобнее просто. Да. Кататься сразу две ноги. Да, можно две ноги катать. Спину можно катать. Ну, это хорошая практика после тренировки, то есть прям приучиться. Да, есть еще такие скалочки. В вашем арсенале этот роллер всегда стоит очень недорого и служит долго. А мячики не должны быть вот сюда, вот слушай, раскатывать еще. Смотря что, мячики. Можно мячики. Можно мячики. Ну, кстати, про укрепление стоп, да, вижу сейчас. Про укрепление стоп это тоже отдельный такой большой вопрос. Мы уже сегодня там вряд ли его сильно затронем, но то, о чем говорил Саша, кроссовки, ну, вообще обувь, в которой мы ходим, она как бы делает стопы более слабыми, чем если бы, например, босиком ходили, бегали и жили. И поэтому, когда вы начинаете бегать и даете на них дополнительную нагрузку, они могут к ней не быть адаптированы. Поэтому на стопы мы всегда рекомендуем, ну, прям в каждом курсе, ну и просто там, неважно, сами вы бегаете, делать специальные упражнения, которые будут делать ваши стопы сильнее. Какие это упражнения? Ну, это базовые упражнения. Самое простое, вы можете делать его на работе. Купите несколько карандашей, разрежьте их или сломайте пополам, вот, кладете под стол карандаши, снимаете туфли, вот, и берете вот так, чик, карандашик, и перенесли. Вот, потом следующий взяли карандашик и перенесли. Ну, можно соседа почитать. Вот, ну и, в общем, все карандашики перенесли, потом другой ногой перенесли их обратно. Ну, и вот так часик попереносили. Да, ну и в целом. Вот. Это очень-очень полезно, то есть это невероятно полезное упражнение. Кстати, знаете, если говорить о стопах, то хочется сказать, что старайтесь, если вы бегаете, пореже носить обувь, которая узкая в передней ноге. Это женщин касается в первую очередь. Да? У нас стопа широкая спереди. Любая обувь зауженная, она деформирует стопу, она отклоняет первый палец внутрь, это меняет нагрузку на подошву, на ахилл, на икроножную мышцу и формирует кучу разных проблем. Да? Поэтому, в принципе, узкая обувь, она только для какого-то выхода, а все остальное должно быть довольно физиологично. Угу. Можно еще? Да. Просто
восстановление. Давайте. А вот колени как восстанавливать? Восстанавливать? Да, это очень большой вопрос. Для чего? Ну, да, само что? По себе колено его восстанавливать не надо. Связь, колено, связь. Нет, связки сами тоже не надо восстанавливать. Ну, сустав, это что такое? Две кости, которые соседствуют и скрепляются после бега вот того, который с пятки, потом через две недели ходить не можешь вообще. Понимаете, само по себе, еще раз повторю, колено – это не структура такая анатомическая, да, это набор разных костей, связок, сухожилий, которые вместе контактируют, да, в одном пространстве. Поэтому чаще всего, когда колено болит, это болит не колено, это болит какая-то из его структур. Это может болеть одно сухожилие, другое, одна связка или другая. Иногда болит мениск или хрящ, или внутрисуставные структуры. Это бывает относительно резко, редко. Чаще всего болит что-то вокруг. Но при этом мы это локализуем в районе колена, нам кажется, что болит колено. В реальности это болит не колено. То есть большинство травм бегуна – это все сухожильные мышечные проблемы вокруг. Поэтому надо рассказывать иллюзиальный тракт, когда нужно мышцу, квадрицепс, бицепс, бедра. Потому что обычно болит вот все вот это, не колено само по себе. Колено бывает, но это там 15%, может быть 20% из всей боли, которая бывает у бегуна. В основном она к колену отношения не имеет. Но при правильном беге такой нагрузки уже не происходит, да? Вредной нагрузки не происходит. Ну и при правильном беге вы дозируете нагрузку так, что вы не доводите ее до боли колена. Потому что если вы довели до боли, это уже говорит о том, что вы что-то делали неправильно. Организм сейчас там был вопрос, да. Везде есть нервное окончание. Если что-то болит, вы травмируете свою структуру. Да, раскатывание. Да. Мне очень удобно брать пакс, бывает. Дома катать. То есть какой-то временной интервал после пробежки, который надо... Мышцы еще горячие, да? Да. В целом, да, но если вы регулярно все это делаете, вы эластично тренированы, у вас правильная техника, иногда вполне достаточно, например, вот двух нормальных таких ОФП-тренировок в неделю, где там полчаса уходит на растяжку, раскатку и так далее. Ну, как я понял, Саша, вопрос в том, что вы побегали в парке и потом идете домой. Например, этот путь у вас занимает 10 минут. Все окей, мышцы горячие, примерно полчаса после тренировки. Да. Самое главное – это не делать никакие статики и растягивания, пока вы холодные. То есть некоторые люди перед тренировкой начинают тянуться, закидывая ноги там, на забор. Вот, и это очень чревато последствиями. То есть закинуть ногу на забор можно после тренировки, потому что вы уже разогреты. Да. А разогреться вначале лучше бегом. Да, либо динамической какой-то разминкой. То есть, пока вы, например, там по лестнице дома спускаетесь, можно там руками помахать, там, не знаю, пару ступенек пропрыгать вниз, просто чтобы активировать тело, чтобы оно поняло, что сейчас вот что-то будет происходить там на улице. Ну, в Америке они очень любят это, называется dynamic warm-up. Вот, то есть, когда ты делаешь какие-то упражнения, начиная. У нас тоже такая немножко советская вот эта разминка, когда делаешь упражнения вот такие. Махи руками. И, в общем, к этому, когда ты их все сделал, то у тебя тело такое заряженное. То есть оно вроде все почувствовало, чуть активировалось. И дальше уже бежишь. На самом деле, вырос пульс, немножко стали учиться, структура друг друга. Физиологический процесс, который включил. Да, у вас вопрос про восстановление? Колени, в общем, если ты знаешь, что есть проблемы с коленями, там, связки болят, например, мне тогда там следует, все, бег, значит, там, все, для тебя бегать нельзя. Вообще, если реально есть проблемы с коленями, бегать вообще можно? Смотря какие проблемы, да? Надо очень дифференцировать себя. Если у человека артроз четвертой степени из четырех, плечевой дефект, он, наверное, не сможет бегать, да? Если была порванная связка, связка – это структура, которая либо заживает сама, особенно касается боковых связок, да? Если порванная крестообразная связка, она чаще всего сама не заживает, она требует реконструкции. Если она реконструирована, и при этом нет тихого артроза, повреждения менисков, хряща и так далее, бегать можно, и мало того, статистика показывает, что такие люди имеют меньший артроз, в меньшем процентном случае. Если не реконструировано, это не очень хорошо. Крестообразная связка, она играет очень важную роль в стабилизации голени относительно бедра. И в этом случае как раз, наверное, это один из немногих случаев, когда бегать не стоит. Потому что люфт голени относительно бедра, он большой. Чем больше вы даете динамических нагрузок, тем больше этот люфт изнашивает структуру сустава. Поэтому у молодого человека связку переднюю крестообразную, если высокие ожидания от самого себя, или нормальные, по крайней мере, лучше реконструировать. Причем, можно, да? Если вам достаточно просто ходить, сидеть, да, наверное, может быть. Но по статистике такие люди чаще всего имеют артроз выраженный, часто работают мениски. Они, если утрированно сказать, получают протез коленного сустава не 85, когда они могут получить, а 60, например, да? И так далее. Что?
статистика – неумолимая вещь. Да? Вот есть количество людей в определенной группе, которые имеют разрыв связки, которые не оперировались. Да? И у них вот такие вот числа протезированные, да, случаются. Те, которые оперированы, нет. Да? Ну, вот как-то так. Это бывают разные случаи, надо рассматривать. Но в целом… Да, у вас вопрос? А если плоскостопие? Да, это хороший вопрос. Если плоскостопие, бегать можно. Во-первых, крайне редко бывает истинное плоскостопие структурное, когда свода стопы вот, на самом деле у мужчины. Это бывает относительно редко. Чаще всего бывает динамическая, так называемая, пронация, то есть стопы заваливаются внутрь из-за недолжного контроля над положением со стопы со стороны межголени. Вот так. Вот эта пронация стопы, она может пройти не от бега как такового, а от тренировки специально. То есть положением стопы управляют мышцы со стороны голени. Если правильно тренировать и объяснить человеку, где должна быть стопа, что надо напрягать, то неправильное положение стопы можно компенсировать, можно его убрать. Но можно также использовать стельки, можно использовать специальную обувь, которая корректирует либо пронацию, либо супинацию. Да. Есть масса вариантов. Да. Вообще, на самом деле, если так обобщенно сказать, то практически нет состояний, которые бы заставили человека не бегать. Почти всегда бегать можно. Мало того, что повреждения сустава колена, например, артрозы, они прогрессируют больше, если человек не тренируется. Поэтому дозированные инъекции, тренировки специальные, они, в общем, уменьшают риски развития артроза. И этому подтверждение есть в виде клинических исследований международных больших. Поэтому да, плоскостопие бегать можно. У нас, кстати, Ирина Борисовна, вот наш старший тренер, чемпионка мира, рекордсменка мира, у нее, она периодически на тренировках, когда такие вопросы возникают, показывает, у нее плоские стопы. То есть, я вот не знаю, как, ну, то есть, все ок. Сама по себе плоская стопа – это не проблема. Проблема в том, что если она заваливается внутрь, она выводит за собой бедро. И из-за этого человек получает травму коленного сустава, в первую очередь. Если человек может при плоской стопе контролировать положение колена и бедра, то, в общем, это не страшно. Если он планомерно правильно и грамотно потренировал стопу. Для этого выполняются функциональные тесты. То есть на входе в группу у нас каждый спортсмен он осматривается доктором. Есть определенный такой чек-лист, в котором проверяется человек. Да? Выполняются определенные тесты, и если есть какая-то проблема, ему даются рекомендации выполнять то или другое упражнение или набор упражнений. Вот это звучит сложно, в реальности это гораздо все проще и легче. Но по клинической практике я еще раз хочу сказать, что крайне редко бывает, что человек хочет бегать, ему нельзя прямо совсем. Почти этого не бывает. Ровно наоборот, мы очень многие проблемы лечат, давая человеку объем бега какие-то определенные, либо бегаемые упражнения, либо сочетание того и другого. Это касается проблем от спины до колена и стопы, или чего хотите. Да? Очень многие проблемы лечатся правильно тренировкой. Делать. Вначале тогда можно и нужно слушать стиски. Очень много вопросов про медицину. Максимум надо стараться потренировать себя так, чтобы она могла контролировать, вернее, положение стопы могла контролироваться вашими собственными мышцами. Стелька вначале, если какая-то проблема есть, это лечебное средство, коррегирующее, да? Дальше, чем больше и лучше у вас контроль, чем лучше вы тренировались, тем больше стелька – это просто вопрос комфорта. Чем у вас ближе форма вашей обуви, форма вашей стопы, тем вам просто приятнее. Ваши телефоны. Бежать. Вот такой вот. Это ерунда, да? Чем вы больше бегаете, если это сделано с правильной техникой, так скажем, да? Тем у вас больше укрепляются все структуры стопы и голени, и тем меньше шансов у вас получить плоскостопие. То есть, если такое говорят, что это, скорее всего, неправда. А второй момент бег и варикоз, или склонность к варикозу. Да, если кого-то не слышно, давайте я повторю вопрос про бег и варикоз. Да, часто встречается. Ну, варикоз – это расширение венозных узлов, то есть вен. Да? Теоретически, если есть прямо выраженный варикоз, как раз с таким формированием узлов и так далее, то, в общем, риск формирования тромба в этой вот святой вене, он довольно высок. Да? Поэтому бегать можно при варикозе,
Другое дело, что надо регулярно делать ультразвук вен, например, исключение тромбозов, вот таких вот проблем. Когда в гроди висят, это имеется в виду в таком формате, да? То есть это какие-то сеточки и тому подобное, то есть это нет. А развитие, если бегаешь много, нет такого, что может быть потом еще усугубление, да? Пенозная стенка и вообще работа икроножной мышцы – это естественный насос для того, чтобы вены хорошо работали, сокращались и так далее. Да? Угу. Если у человека есть отек, например, да, послеоперационный, более не истраплен, одно из самых хороших средств – это вот такое упражнение. Угу. Это постоянно работать с тропой, так чтобы икроножная мышца сокращалась и, в общем, прогоняла венозную кровь наверх. Да, или, угу. Поэтому, если человек много стоит в статике, да, когда мышцы просто напряжены, в общем, риск развития тромбоза, вернее, варикоза, он высокий. Если человек бегает, риск меньше. Если у него уже варикоз есть, ну, это не противопоказание для бега. Просто проверяться. Проверяться раз, а два, в этих случаях можно использовать компрессионные гольфы. Они помогают стенку вены поддавливать и уменьшать риски расширения этого варикозного узла или расширенной вены. Давайте, смотрите, у нас есть буквально несколько вещей. Мы сейчас официальную часть закончим, ну, чтобы за полночь не уходить, да? И те, у кого останутся вопросы, ну, мы еще останемся, вы сможете их задать. Потому что это, мы уже близки. Вот к восстановлению. Общая идея понятна? Вот. Ну, вот в английском есть три причины травм, ну, такая, вот, на бытовом уровне. Это too much, too fast and too soon. Все. То есть вот в большинстве случаев человек травмируется в беге по одной из этих трех. То есть либо слишком много, либо слишком быстро он бежит, либо слишком рано. Еще он не готов так бегать, а вот уже куда-то побежал. Ну, вот. Поэтому в целом на этом все по восстановлению. Да, дальше есть вопрос, как похудеть, часто возникающий. Ну, типа, помогает ли бег похудеть? А, да, я специально писал эту картинку, я объясню почему. Я расскажу свою версию, а Саша свою. Моя версия заключается в следующем. То есть я, ну, во-первых, там сам похудел. Во-вторых, я видел много людей, которые похудели, занимаясь бегом. И у меня выработалась очень четкая концепция на этот счет. Она заключается в следующем. Вес человека всегда оптимальный. Вес человека всегда оптимальный относительно того образа жизни, который он ведет. Ну, а образ жизни – это наличие задач. Ну, то есть, если у человека задача сидеть, там, водить мышью, там, пить, есть, то, как бы, для такого, ну, таких задач в жизни вес, ну, он оптимальный всегда. И поэтому, когда кто-то говорит, ой, у меня там, типа, лишнее, лишнего нет. Ну, то есть, для твоего образа жизни все ок. Вот. А если ты хочешь по-другому, то тогда все меняется не с килограммов, а все меняется с целей, которые образ жизни задают. И как раз когда человек ставит цель, почему я эту картинку сюда написал? Вот у них есть цель пробежать марафон. Вот посмотрите на первый ряд. Худенькие все. Вот. Ну, и они худенькие. Ну, есть беленькие там. Но, да, и они такие не потому, что там они худеют, там ставят себе задачу, что вот все, я наконец увижу на весах другое число. Там. А скорее всего, они даже у них весов нет там у большинства. Вот, они живут себе. Да, Ир? Нормально. Друзья, да, я хотела вам сказать, что вот это номер клиники. Время 9:30. Я вас очень прошу, давайте. Да, мы сейчас закончим. Да, заканчивайте. Но все я вопросы. Пожалуйста, звоните, мы с удовольствием расскажем. У нас действительно, мы уже, наверное, обратили внимание, очень крутые специалисты и ребята. Завтра, может быть, первые полдня еще будут сбои в телефоне, а со второй половины дня четко будет работать. Пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, мы всегда ответим. И мы на все вопросы, и врачи. Это я расскажу. Переживаю за ваших родных уже. Да, все, сейчас родные ждут. Ну, в общем, вот такая тема. Поэтому поставьте цель, и к ней уже вес оптимизируется. Все. Удачи! Да, спасибо. Саш, ты что скажешь про вес в двух словах? А то родные. То... Я подтвержу, на самом деле, то, что сказал Макс. Обычно, когда это грамотная программа, спланированная тренером, то адаптация мышц, костей, связок и так далее, она идет параллельно со снижением веса. То есть никогда не дозируется нагрузка так, что вы будете бегать чересчур для вашего веса. Это два параллельных совершенно процесса. Не стоит мучить себя диетами, да, тоже по статистике, в Штатах, например, большинство людей, которые страдают ожирением, серьезными степенями, постоянно сидят на диете. Если организм голодает, он находится в стрессе, то еще тренируется, он будет набирать лишние килограммы из того минимума, который он будет употреблять. То есть человек должен быть сыт, да, в разумных пределах он должен питаться часто, удобно, не слишком много и желательно не очень поздно. Пожалуй, это все. Не нужно, в общем, делать акцент зависит на самом деле, чем больше
будет заниматься, если он будет больше активизироваться по ту задачу, которую он поставил перед собой. Да-да-да, он и потребление, то есть продуктов тоже изменится, вы заметите это. Если вы будете регулярно тренироваться, у вас будет цель, и вы будете к ней идти, то, ну, например, после какой-то, ну, серьезной тренировки, там, на которую вот вы вырвались, там, сделали ее, попотели, то потом тоже взять и там куда-то заехать в Макдональдс не получится. Или даже просто рефлекторно, если вам, например, вы закончили в 6, вы страшно голодные, обедали в 12, вам надо поесть перед тренировкой, если вы съедите кусок жирного мяса, то в 7, когда вы доедете своего парка, вы не сможете бежать, поэтому вы наверняка съедите салат и что-нибудь такое. Да? Ну или пару бананов, да. Или пару бананов. То есть это, да, регулярные тренировки, они формируют пищевую привычку. Да, в этом плане это, конечно, очень круто. То есть ты начинаешь по-другому смотреть на еду. Ну, вот я, например, на еду после, да. Не очень, не очень. Это прям, да, вряд ли пойдет. То есть после тренировки обычно организм сам... Я практикую. Ну, тогда можно продолжать. В среднем это не очень потом лезет. Ну, да. Если взять какой-нибудь тяжелый забег, после него, после Ironman, вообще некоторое время есть не хочется. Потратить все вообще калории, которые у тебя есть. Да жить-то не хочется. Там бендриды, здесь, в принципе, то же самое. А еще большой плюс, когда ваша семья знает, что вы поставили себе серьезную цель, вас никто не будет кормить пельменями на вечер, потому что дети мотивированы, они хотят медаль, они хотят там куда-нибудь в Бостон, в конце концов, и тому подобное. И тут вот иногда и ваша жена тоже рада, что вас купит, в конце концов, она вас будет кормить правильно. Окей. Вот. Ну, я финализирую, потому что если, ну, что у вас что-то осталось такое прям структурное, то структурное заключается в следующем. Если вы начинаете тренироваться самостоятельно, там, в группе, в Well of Running, то я рекомендую, вот весь наш опыт тренерский, медицинский, говорит о том, что есть 4 основных блока, на которые нужно уделять внимание. И так или иначе встраивать их в каждую тренировку. Это техника. Что если не работать над техникой, то вы знаете уже, к чему приведет. Это грамотное развитие выносливости, то есть это контроль темпа, контроль пульса, это, ну и нагрузки. Это развитие силы и грамотное восстановление. Если у вас в тренировочном процессе все 4 блока есть, то все окей. Если вы чего-то из этого упускаете, то это даст потом ну, какой-то эффект. Вы его заметите. Не сразу, может быть, но со временем. Но если кому-то кажется, что, ой, блин, я думал, так все просто, типа, пошел, побежал, пришел тут к этим людям, теперь думаю, что куда я побегу, то, да, на самом деле это, наоборот, добавляет игры, ну, большинству людей. То есть у тебя эти тренировки приобретают некоторый новый смысл, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, осознанность, интерес, ты как-то начинаешь контролировать себя, вот, видеть прогресс, поэтому, ну, такая интересная игра, новая плоскость жизни, вот искренне вас в нее приглашаю. Вот. Ну да, если говорить еще о тренере, ну, кстати, Ирина Борисовна со спины, то, конечно, тренер – это, ну, достаточно ценный элемент всей системы, особенно на старте, потому что вроде, ну, можно все знать и ничего сложного, но, с другой стороны, ты себя не видишь со стороны, и даже не то, что по технике, а даже по состоянию. Я вот, ну, много раз видел на тренировках, когда человек приходит, он там вчера был в командировке, у него был ночной перелет, с утра он там уже поехал на работу, и вечером он такой весь в ауте приходит на тренировку. Вот. Если ты сам, то как бы и такой вот заряженный, то эта тренировка может стать решающей. Да? Вот. Ну, потому что потом заболеешь просто, и все, тело не выдержит. А тренер, если он тебя видит, он, ну, вот я много раз видел, как наши тренеры, там они останавливают, говорят, слушай, там, ты сегодня не тренируешься. Вот. ОФП сейчас поделаешь, там, воздухом подышишь и домой. Вот. И это тоже важно. Ну и плюс там тут весь процесс. Поэтому, ну, по своему опыту, например, я даже несмотря на то, что мне это все очень нравится, я разбираюсь, я читаю, там, ездил в USA Triathlon, там, на множество разных обучающих семинаров, ко всем своим сложным целям я готовился с тренером. То есть вот спортивным. То есть такие, которые я уже могу и так сделать, я и сам. А если вот это был какой-то челлендж на тот момент, я тоже сделал, как Саша, 6 раз полный Ironman, там 2 из которых экстремальных, один в Норвегии, Норсман, один в Шотландии, Кельтман. Вот. Ну, пробежал, с корабля прыгал, да. Вот. Ну, то есть и вот такие, там Гибралтар переплывал вплавь. И, конечно, такие сложные вещи, когда, ну, я этого никогда не делал. Вот по моему опыту, конечно, лучше, когда у тебя есть кто-то, такой внешний взгляд, который тебя остановит, там в нужный момент направит. Вот. Но потом уже. Масса есть вещей, которые, как
каким бы опытом ни были, они все равно могут быть не учтены. Тренер все равно будет специализироваться, он знает. Я вот с Максимом тоже соглашусь, я очень долго говорил, потому что я как бы сам этим занимаюсь, я занимался с тренером. И от этого получил массу общей пользы, мотивации и так далее. Окей. Ну, в общем, друзья, мы за вот эти, ну, уже два часа, получается, они незаметно там пролетели для меня, по крайней мере, хотели вам рассказать об основных аспектах, связанных с бегом, на что вы можете обращать внимание, что важно. Надеюсь, что-то из этого у нас получилось до вас донести.